Ну что ж, доброго времени суток, наши дорогие зрители, любители PUBG. Сегодня у нас будет финал, и сегодня с нами в радиорубке я, Рустам Авдони, и моя соведущая, это Кира, она же Кира Аркред, как мы все ее знаем. Здравствуй, Кира. И снова здравствуйте, ребята. Сегодня у нас будет такой вот финальчик. Именно первый день, а завтра уже будет продолжение. Да, само собой, финал решили разделить как раз таки на два дня. Сегодня открытие финала, и сегодня у нас будут играть 16 коллективов, и с вашего позволения мы представим их. Кира, пожалуйста, можешь начинать. Итак, первая команда у нас — это Архитектура. Да, ребята молодцы, на полуфинале проявили себя супер великолепно, заняли не один, не два, не три. И даже не 4 топа, целых 5 топов, ребята. Также столько киллпоинтов было. Ого-го, отрыв между как раз-таки Архитектурой и другими командами была просто огромнейшая. И думаю, сегодня как раз-таки они и покажут конкуренцию для всех игроков, которые сегодня будут играть у нас на финале. А также вторая команда, которая будет играть под 6-м номером, это Team SOA. Третья команда у нас 4TX. Да, они играют под 7-м номером. И под 8-м номером играют ребята из коллектива Supernova. Под 9-м номером у нас играет 22-й сквад. Под 10-м номером сегодня играют у нас ребята из коллектива Invisible. Под 11-м номером у нас играют ребята из коллектива Continental. Под 12-м номером играют ребята из коллектива Fantastic. Под 13-м номером у нас играют Your Fatality. Под 14-м номером играет не менее сильная команда, это Danger Esports. 15-я команда, тоже очень знаменитая у нас в Узбекистане, это ТВП. Да, также переводится как Team Wild Power. Под 17-м номером, извините, под 18-м номером ребята играют под как раз-таки номером 18, это Peaky Blinders. Под 19-м номером у нас играют команда Elite Warriors. И также под 20-м номером играет ребята из коллектива Larmes de Whisky, а также 16-й номер у нас ребята из коллектива Lapar Team. Да. Уже все началось. Посмотри, как все красиво сделали наши ребята. Самолет летит над Эрангелем, и сегодня мы посмотрим первый матч первого дня финала. И уже посмотрите, у нас начинается высадка. Именно занимается Казахстан. Да, как раз таки, как принято называть в игре Верхний или Нижний Казахстан, он же Джорджополь. Как раз таки виден то, что у ребята из коллектива под номером 17, они же The Powerful, отправляется на верхнюю часть Джорджополя. Нижнюю часть Джорджополя берут ребята из коллектива Peaky Blinders. Также Danger Esports направляется в сторону Приморска. Your Fatality также занимает более южную часть. И также шестая команда, это Team SOA, занимает ближе гатке. И как раз таки вот такой вот разлет именно на начале. И посмотри, Team SOA у нас сейчас, Nova находится в починках одни, без никого. И очень-очень даже хорошо и комфортно себя чувствует. Тем временем Архитектура, наши как раз таки фавориты, летят на Сосновку, на свою дефолтную точку высадки, и шифт-зона нам показывает как раз таки более южную часть. Видим то, что также на мультапауэр у нас скопление нескольких команд. Это 15-я команда, это ТВП, 11-я команда Континентали, и также 9-я команда, это 22-й сквад как раз таки. Именно из первых игр у нас уже были такие заметные места, в которые прыгали у нас наши игроки. И посмотрите, они не изменяют своему выбору. Да, да, все уже знают про свои дефолтные точки примерно. Даже некоторые знают про дефолтные точки высадки именно других команд, и поэтому не лезут, чтобы как раз-таки спокойно и уверенно залутаться, сделать хороший именно собрать сет и уже идти в бой. Тем временем видим то, что ребята из коллектива Invisible находятся на новорепном сейчас и также чувствуют себя очень-очень даже комфортно, потому что рядом никого нету, и ребята могут спокойно лутаться. Также зона находится недалеко от них. Тем временем Липовка у нас на экране появляется. Сейчас Континенталь, возможно, войдет в схватку с ребятами из коллектива 22-й сквад. Рамс у нас на экранах появляется. По медицине немножечко туговато. И тем временем Фокси не отпускает. Тем временем идет прострел на лоха. Остается Фокси из коллектива Континенталь. Сейчас спину получает, и нужно уже переходить куда-нибудь. Ой-ой-ой, очень больно было. Ребята, возможно, сейчас потеряют как раз-таки своего одного из своих игроков. Нужно сразу же поднимать.
Первый файт. Как раз-таки первый нок у нас на Липовке. Да, правильно делать. Нужно отойти в помещение для того, чтобы не прилетела какая-либо хаешка. Тем временем Герпес у нас появляется на экранах. Хилится, по всей видимости, также получил какой-либо дамаг. Урон как раз-таки от ребят, то также из коллектива Континенталь сейчас. И 11-я команда контролит 9-ю команду. Уже. Но уже у них имеется 2 нока. Окси и Рам сейчас на коленках, не могут сейчас ничего сделать. Нужно поднимать своих товарищей. Этим как раз-таки один из представителей занимается, поднимает своего товарища. Но уж 22-е идут в раш. Не так уж и много лута, но. Посмотрите, как ребята играют. Двое идут на нападение, один прикрывает самого сзади. Также получает тапок у нас. Также падает на коленки, нужно поднимать своего товарища, но после того, как уже ребята закроют весь коллектив Континенталь, потому что они уже остались один человек сейчас на ногах, который на лоу хп хилится бинтами, как я и говорил, и сейчас, возможно, ребята из коллектива 22, да, уже заработали один ПТС, убрали из поля боя экшена сейчас из коллектива Континенталь, и сейчас Рамс выходит на размен как раз таки, и тут 22 побеждает в этом локальном бое, ребята молодцы, зарабатывали 4 ПТС для своей команды. Тапок на лоха бы остается, но не беда, он их в распоряжении как раз-таки весь город Липовка. Они могут спокойно залутаться и уже ротируются в зону. Жаль то, что ребята из коллектива Континенталь нас покидает на 16 строчке на карте Сану, конечно же. Будут они нас ждать в лобби, но да, еще да. Есть несколько карт, где они могут себя показать. Само собой, у нас в общем 10 карт, разделенные на 2 дня, по 5 карт каждый день, то есть сегодня и завтра. Да, пока у нас есть небольшое количество времени, хотел бы напомнить про наших организаторов. Это Министерство по развитию информационных технологий в Узбекистане совместно с IT-парк и киберспортивной организацией Arcred, а также RevoTech и наш главный как раз таки спонсор — это Адреналин. Ребята, не пропускайте ни один стрим, потому что видите, что происходит у нас здесь. Очень-очень даже интересно. Будьте всегда с нами на связи. И, конечно же, поддерживайте свои любимые команды в чате. Мы обязательно все это читаем и поддерживайте нас, само собой. Это нас мотивирует. И спасибо большое всем, кто вообще цепляется за это комьюнити. Держит всех именно, вот, собирает как раз-таки людей, объединяет многих людей. И это очень-очень как раз-таки поднимает дух у людей. И у нас сейчас на ротации 5-я команда. Это именно Архитектура. Будет ли какой-либо кемп именно моста от ребят из коллектива Архитектура? Скорпион у нас появляется на экранах. Ребята ротируются очень-очень даже аккуратно. Могут предполагать то, что мост может быть закрыт, но сейчас видим то, что ребята очень-очень даже аккуратно двигаются, и поэтому им ничего не страшно. По броне и как раз-таки медицине очень даже хорошо. 7 аптечек и 4 бустов. Также фулл-сет второй брони. Да. Очень даже хорошо. Тут уже встречается сразу с ребятами из коллектива 6-й команды. Это Team Soul. Ребят закрывает, как раз-таки оставляет на лоху по одного из представителей из коллектива Архитектуры, и сразу же высаживают шаху. 77 сейчас. И тут же идет доедание. Да, от Тулкуна сразу же, ребята, не стали тут церемониться, сразу же забрали, и как раз-таки ребята из коллектива Архитектура уже теряет одного из своих представителей на ротациях. Немножечко неаккуратно вот в этот момент ребята сыграли, но ничего страшного. В принципе, ребята показывали себя очень хорошо, это всего лишь первая игра, разминочная, и поэтому ребята начинает потихоньку чувствовать игру, чувствовать своих коллег и тиммейтов, само собой. Как раз таки Эзио у нас появляется на экранах. По фрагам 0, но уже у команды имеется 1 киллпоинт. Это уже хорошо для начала. На горизонте также виднеется, если я не ошибаюсь, ребята из коллектива под номером 12. Это как раз таки Фантастик. Да, именно Фантастик. Да. Посмотрите на его скилл, такой единорожек. Да. Извините, 13-я команда как раз-таки на горизонте появилась. Это Your Fatality. Сейчас также находится недалеко от ребят из коллектива SOA. И ребята не будут, наверное, спешить. Я бы тоже не спешил в этой ситуации. То есть есть какой-никакой лут. Но нет, идет прострел по Сикарио. Сейчас пробивает одно колесо из баги. Немного убирает именно ХП. Но сейчас в этой ситуации нужно уже прятаться. Остается больше, чуть-чуть больше, чем половина ХП. На лоу ХП остается Сикарио сейчас. Почему он стоит очень так открыто, я не понимаю.
Хороший прострел от Гифтеда сейчас идет, взрывает машину, дабы не смогли ребята уже никуда отойти. Контролит, конечно же, больше не будет отпускать его. Товарищи как раз таки прикрывает своего тиммейта, и сейчас они будут раскидывать дымы, дабы его коллега прошел именно более сейвовую позицию. Тем временем, Йо Фаталити, один из представителей на ротации, хочет поймать, закрыть им путь отхода, как раз таки для ребят из коллектива СО, но нет, видим то, что в килл-чате появляется СО, но это одного из представителей Your Fatality, как раз таки того, кто был на ротациях, и сейчас издалека Gifted будет прикрывать своего товарища, также зовет, по всей видимости, в тимспике своих товарищей, чтобы прикрывали, и сейчас Zero у нас появляется в туннеле как раз таки у Gifted, идет прострел, не очень-то и хороший, но припугнуть, для того, чтобы припугнуть, очень-очень даже хорошо раскидывается смайки от коллектива как раз таки Your Fatality, и сейчас мы посмотрим за дальнейшим движением ребят. Тем временем Соло также встречается с ребятами из коллектива For Temporary. Сразу же получает ответный нок. Соло также еще теряет одного из своих представителей. For Temporary имеет уже 3 нока. Это хорошо, надо понимать своего товарища. Да, добили как раз таки одного из представителей For Temporary. Но у них также сейчас имеется один человек на ногах и еще один человек, кого можно поднять. И, в принципе, 2 человека будут в боевом состоянии. Опрокидываются хаешки немножечко неаккуратные, ну, то есть не к месту. Но на горизонте еще есть 13-я команда, которая не отпустит ребят. И вот такой вот у нас бутербродик сейчас. У нас ребята из коллектива Team Soul попали в бутерброд, но они как раз-таки напрягают 2 ребят, которые находятся по сторонам. Они напрягают именно Team Soul. А знаешь, почему это все происходит? Знаешь, потому что Team Soul находится в очень хорошем хайграунде, высота, да, само собой, делает свое, потому что у них есть, во-первых, обзор, во-вторых, они уже будут знать, кто будет передвигаться к ним, как раз таки по шагам. Тем временем у нас от Хатаны спрей был очень великолепный, как раз таки Такаши, теряемый из коллектива Your Fatality, сразу же добрали в этой ситуации, уже имеется 2 нока у ребят из коллектива Soul, 1 лох, а остается 3 нок, 1 человек сейчас из коллектива Soul, сейчас на ногах будут как раз таки ребята добивать по всей видимости, в этой ситуации, да, ребята идут на раш, уже знают примерно расположение последнего игрока, будут добирать по дороге как раз таки нокнутых товарищей, тут идет прострел по аллее, он получает половина хитпоинтов, уходит у него, и через смоки, хорошо, как раз таки для Басота, сейчас очень больно было, и Gifted сейчас на ногах также теряет 2 нока, 1 против 1 лоу хп, против хай хп, сейчас в этой ситуации что же будут делать ребята, посмотрите, сейчас возможно будет спрей по дымам, как раз таки, если они услышат шаги, и, наверное, это уже победа, да, это победа для ребят из коллектива Your Fatality, и Team Soul у нас отправляется на 15-ю строчку турнирной таблицы, как раз и на карте Эрангель, само собой, нам тем временем показывает нам карту, которая более отцентровалась, зона, немножечко в левую сторону ушли, как раз таки починки, Ферри Пьер и Куари, также гадко остается у нас внутри зоны, и ребятам из коллектива Лапар сейчас придется как раз таки ротироваться либо по мосту, либо на лодках через водоем как раз таки. И, возможно, там они уже встретятся с другими командами. И вы просто посмотрите, 18-я команда находится у нас не в зоне. Почему-то именно один игрок, возможно, как раз-таки у него какие-то три представителя, да. 3 представителя уже находятся в зоне, и один, по всей видимости, да, имеет небольшие проблемы такие, которые могут сыграть с ними злую шутку. Как раз-таки ребята, когда будут играть втроем, могут потерять целую команду, да. Итак, на экране у нас 10-я команда, и посмотрите, ребята выбирают себе вот такую вот точку, да, именно, чтобы чекать других на горизонте, но у ребят пока 0 ПТС. 0-0 за киллпоинт, и тут они как раз-таки Invisible замечают ребят из коллектива как раз-таки Team Wild Power, ТВП, под 15-м номером у нас сегодня играет, и пошли небольшие прострелы, и тем временем нам показывает второй airdrop, второй груз, внутри находится пулемет, пятерки, само собой, и глушитель Навы, а также фуллсет 3-й брони. Но рядом никого нету. Само собой, да. Были у нас первые такие вот случаи, по-моему, такой дроп опыт у нас... именно когда ребята вызывали аирдроп, но ой, хороший было... таб был сейчас от Ихтиора, прямо в голову прилетело для ребят из коллектива ТВП, и посмотри, на лоу хп остался один из представителей, ну не на лоу хп, сейчас как-то... есть такая возможность именно зажать ребят из команды ТВП, но почему-то они не решаются. Да.
Я как раз у нас дроп лутали, по-моему, по всей видимости. Всего лишь 3 раза за все игры, это да? Все это время, да, у нас были такие случаи. Огородник сейчас у нас умирает за зоной, к сожалению. Это именно тот игрок, который да, из был... из Peaky Blinders, который, по всей видимости, остался в госпитале, и, по всей видимости, у него вылетел интернет, и он не смог как раз-таки зайти. Тем временем, фантастик, ребята, как раз-таки замечает... присутствие как раз таки ребята из коллектива Invisible. Идет небольшой байт, мы видели как раз таки сейчас у нас на экранах Иджиа. Кола лежит так уверенно, да. Ждет ошибок своих оппонентов. Да, само собой, тут уже нужно играть на ошибках именно оппонентов. То есть когда они это сделают... уже финал, это такой уже решающий финал. Момент. Напоминаю, ребята, у нас борется как раз таки за призовой фонд 24 миллиона сумм. И он разыгрывается на 3 места. Это 3 места. Это просто супер. Да, да, как раз. И нельзя делать ошибки по всей. Вот как мы видим. Да, фантастику. Invisible также находится недалеко от ребят из коллектива Fantastic. Идут небольшие прострелы, но сейчас Invisible заняла хорошую позицию, чтобы напрягать всех, кто находится сейчас рядом. Тем временем ребята, по всей видимости, делятся лутом. Кто-то также сейчас FK. Напоминаю, FK это да, кто-то не движется, то есть кто-то вышел именно либо из игры, либо еще что-то. Ну, бывает такое, что у нас какие-то проблемы с интернетом, да, например. С девайсом тоже могут быть да, какие-либо. Да, с девайсом. Да, да, все зарядка. Верно. Это просто да, нужно да. Подготовиться заранее для этого. Да, да. Элементарные вещи, ну, которые могут сделать шифт-зоны на правую, как раз-таки на восточную зону. Как это было зону. Резко, просто посмотрите. 17-я команда должна уже менять ротацию именно и двигаться в зону. Будет тяжеловато. Примерно 15% зоны, которые безопасная зона, которая сейчас находится в круге, это вода. И остальные 75% ребята будут отыгрывать. И как раз таки, наверное, я думаю, нижнюю часть именно острова займет ребята из коллектива Лапар, по всей видимости, потому что они находятся просто таки на нижнем, на сосновке, как мы принято это называть. Но столкновения не было там, именно на сосновке. Все было спокойно и тихо. Да, ребята из коллектива Архитектура спокойно залутались и уехали по своим делам, да, так сказать. И ребята из коллектива Лапар тем временем видим то, что Invisible встречается с ребятами из коллектива и Архитектура. Сейчас 3-4. Invisible уже имеет 1-1 ног. Нужно поднимать своего товарища. И также Архитектура имеет как раз таки эквалайзер у нас сейчас не в боевом состоянии. Стрелок появляется у нас на экранах, а прикидывается каешка не в ту сторону немножечко. А, он отменил. Вот, теперь хаешка была как раз таки сейчас. Получает и... ответную хаешку, но мимо немножечко. Мимо было, да. Сейчас нужно ребятам спасать своего товарища эквалайзера или уже... Да, ребята, к сожалению, продают своего товарища, потому что понимает, эта катка уже... они не будут доминировать на этой катке, так как уже потеряли одного из своих игроков. И сейчас видим то, что эквалайзера, да, доедает. BMO из коллектива Invisible доедает как раз таки ног, который был от их коллектива в сторону архитектуры и... добили, тем самым заработав 1 ПТС. Ну, иногда правильно нужно разменивать своего товарища, чтобы уже дальше играть и занимать топ. Тем временем Invisible встречается с ребятами из коллектива Лапар и ее фаталити также встречается с ребятами из коллектива Нова. У нас на экранах появляется также Invisible, который видит то, что недалеко от них находится ребята из коллектива Peaky Blinders, а также Лапар. И сейчас прострел через траву, не очень-то и хороший, на лохоба сейчас остается один из представителей Лапар тима, прокидывается хаешка, по всей видимости сейчас будет очень-очень даже хороший. Хороший как раз таки клатч против троих, да, но. Ребята не спешат. Хорошая, кстати, хаешка залетает для ребят из коллектива Лапар. На ближний бой стрелок сейчас переходит. Как раз таки Лапар также греет хаешку для ребят из коллектива Invisible. Тут же получает прострелом через смог. И ответный размен сейчас идет у ребят. И полностью закрывается ребят из коллектива Invisible. Что? Сейчас у нас на экранах, да, как раз таки Хтьор убил последнего представителя из коллектива Invisible. Проблем нас покинул со своей командой, и у ребят уже 3 ПТС. Тем временем подняли своего товарища Стрелок, не потеряли никого, только разменялись, и сейчас с 3 ПТС будут идти уже в другую сторону. Тем временем 22-я команда у нас встречается с ребятами из коллектива, как раз таки Fort Temporary у нас на экранах. Да, да. The Powerful у нас занимает хороший high ground. Ребята, остаются на low HP, но видим то, что у ребят из коллектива Four Temporary уже имеется 2 минус своих товарищей. Ну, ребята находятся немножечко не в правильной позиции.
Да, полностью open field рядом, и я сомневаюсь, то, что у них уже есть какие-либо смоки для того, чтобы прикрыть это место, да, ну, чтобы перебежать в более безопасное место, но имеется машина для ротации, возможно, сейчас как раз-таки по open field будет, будет ротирование, ребят, в более безопасную сторону. Ну и правильно, там собралось столько команд. Тем временем видим то, что 22-е сейчас также схлестнулись в драку с ребятами с коллективом The Powerful, и сразу же Danger забирает одного из представителей The Powerful, и ребята остаются втроем. Хорошо играют ребята из коллектива. Именно 22-й сквад, посмотрите, как они себя показывают. Да, хорошо. На таком последнем моменте взяли вот, кулачки, сжали и... И... Начали нормально играть, да. Можно сказать так. Да, посмотри, как они аккуратно именно... любое, каждое движение — это ювелирное искусство, потому что опрокидывается смок для того, чтобы забрать транспорт и как бы хорошая ротация. Смотри, не на одной машине поехали ребята, забрали несколько машин и полным составом сейчас держатся. И сейчас у нас ребята из коллектива Архитектура на экранах появляется. Как раз тем временем видим то, что ТВП встречается с ребятами из коллектива Invisible, по всей видимости. Нет, это Powerful встречается с ребятами из коллектива ТВП. Тут идет как раз таки огромный замес. Герпес падает на коленки из коллектива 22-х. Сейчас также недалеко от них ребята находятся из коллектива под номером 13. Это Your Fatality. Будут тушить ребят. Тем временем как раз таки на двух ангарах ребята из коллектива ТВП и The Powerful встречаются. Как раз таки выясняют свои отношения. Герпеса надо поднимать, ребята из коллектива 22-х. Архитектура напрягает их. Также хоть и вдвоем они находятся, но... Очень-очень даже сейчас будет душно, так как очень много коллектива осталось у нас на последних картах. Your Fatality также занимает сторону именно ближе к берегу. Как раз таки у нас был shift зона более верхнюю правый угол. И из-за этого ребята сделали верное решение, что не остались именно, не переехали на другую сторону. Тем временем Peaky Blinders нокает одного из представителей Danger Esports. Троих представителей. Уже троих, да. Ребята, по всей видимости, взорвали машину, где как раз таки ребята из коллектива Danger Esports ротировались. Да, сейчас Тимур замечает ребят из представителей как раз таки Архитектура. Две именно топовые команды сейчас у нас на экранах перестреливаются. Тем временем Invisible дает хаешку и забирает, по всей видимости, только всех ребят из коллектива Danger Esports. Стрелок, что ты творишь? Что это было сейчас? Да, когда у нас в килл-чате это было все видно. Тем временем Тимур дает прострелы по ребятам из коллектива как раз-таки Peaky Blinders, если я не ошибаюсь. Нет, это фантастик. Ребята получили овер дэмэдж и все остаются почти на лоу хп. Но ребята должны двигаться в зону. Посмотрите, они вообще не в зоне. Да. Немножечко для ребят из коллектива. Будет проблема. Да. Тем временем Стрелок также дает нок по одному из представителей Larmas The Whiskey. Сейчас у нас на килл-чате появилось. Хотелось бы посмотреть именно на это событие, которое происходит на другом отрезке карты. Тем временем Тимур контролит одного из представителей 22-х. Your Fatality, один из представителей, также падает на коленки. И тут же добирается ребятами из коллектива Danger 22-й. Danger, который был представителем 22-й команды. Очень-очень даже хорошо. Your Fatality также появляется на горизонте. Немножечко ландшафт не утешающий, был небольшой такой слабый прострел. Слабый такой зажимчик был немножечко. Ну, с калаша как раз-таки на 4х именно... очень сложно зажимать. И он больше тапает, чем именно зажимает сейчас. Тем временем получает небольшой урон от как раз-таки Денджера из коллектива 22-х. Также тапок нокает одного из представителей Your Fatality Алиева сейчас в этой ситуации. Посмотрим, что происходит. Ребята же успели потерять одного из своих игрока. Это как раз-таки Герпс, которого не успели поднять в этой ситуации. И сейчас у ребят идет только переглядки. Пока что никто не перестреливается так особо. Тем временем Доза замечает одного из представителей из коллектива Invisible. Идет прострел очень хороший, оставляет половину хитпоинтов у ребят из коллектива Invisible. И сейчас, да, уже имеется машина, ребята находятся на краю зоны, но в зоне. Тем временем ротирующиеся сейчас ребята из коллектива по номеру 12, это Фантастик, просто на харизме чисто подъехали к ребятам, и уже греется хаешка для ребят из коллектива Фантастик. Возможно, будет минус 2. Тем временем Тимур падает на коленки, Your Fatality также добивает одного из представителей тапка сейчас, и ТВП также закрывает Фантастика двумя как раз таки ноком с хаешки. Это было очень красиво, мы видели это. И сейчас
ребята будут заниматься остальным, оставшимся ребятами, которые сейчас на ногах в боевом состоянии. Тем временем Тимура успели поднять, но Сайот у нас течет очень сильно за зоной, и сейчас будут, наверное, да, добирать, Амир добирает один драгоценный киллпоинт для своей команды в этой ситуации. Также один из представителей Фантастик умирает за зоной, как раз таки зарабатывая еще один ПТС для ребят из коллектива The Team Wild Power. Тем временем The Powerful встречается с ребятами из коллектива Invisible, Хтер падает на коленки сейчас в этой ситуации. Также Джек падает на коленки из коллектива Invisible и из Shift зоны в левый нижний угол. И сейчас Архитектура, а также 22-й чувствуют себя очень-очень даже хорошо. Но сейчас гифт этой из коллектива Your Fatality может сделать как раз-таки очень больно для ребят. Но нет, мы его теряем. Как раз-таки умирает за зону у нас, ребята. К сожалению, да. BMO у нас на экранах появляется из коллектива Invisible. Сейчас в этой ситуации идет перестрелка. Ребята играют очень-очень даже аккуратно. 6 киллпоинтов уже имеется у ребят. Прокидываются смоки наперед, дабы пробежать больше, поближе к зоне. Тем временем Elite Warriors дает ног по одному из представителей Larmes the Whiskey. А почему Молотов сейчас полетел вперед? И вот это вот немножечко не понял, но ничего страшного. Да, как раз-таки Elite Warriors у нас появляется на экранах полным составом. Ребята никого не потеряли, но также не смогли никому насолить, так как видим то, что 0 киллпоинтов в этой ситуации сейчас. Иса у нас появляется на экранах. Ребята ротируются поближе к ребятам из коллектива Архитектура. Возможно, даже пожалеет. И сейчас увидим клатч 2 против 4 в этой ситуации. В 22-е сейчас занимает как раз-таки машины. Просто ставят именно на это. Высаживают 22-е сейчас как раз-таки одного из представителей Elite Warriors. И сейчас Фантастик как раз-таки из коллектива Elite Warriors остается один. И, возможно, сейчас его тоже убьют. Ой, BMO у нас покидает. Сайот из коллектива The Team Wild Power сейчас сделает хороший как раз-таки прострел. Стрелок остается один. Это тот самый, который показал хорошую как раз-таки игру в начале у нас. Invisible у нас на экранах, а сейчас уже Larmes the Whiskey, один из представителей, ребята, играет втроем, очень хороший спрей был, как раз-таки Пики Блайндер также падает, умирает как раз-таки от ребят из коллектива Архитектура, и Larmes the Whiskey сейчас имеет один ног, как раз-таки у Вазелина, сейчас Скорпион появляется на прицеле у Фенсера, и зажим по траве, хорош, на лоу хп Скорпион делает, хороший как раз-таки зажим, сразу же надо хилиться в этой ситуации, но ребята все же будут напрягаться сбоку, как раз-таки ребята из коллектива под 22-й сквад, да, будут напрягать. Они знают то, что у ребят из коллектива как раз-таки Invisible, если я не ошибаюсь. Нет, извините, Larmes the Whiskey имеется уже один ног, и сейчас ребята либо будут поднимать, либо будут играть на сейф больше. Да, находит как раз-таки нокнутого Вазелина сейчас, и я шот сейчас покидает нас, и также тапок отправляется ног с хаешки, и ТВП также закрывает одного из представителей Архитектуру. Очень-очень далекий прострел был, у нас остается 4 команды на карте, 8 живых, ой-ой-ой, как же будет больно, зона начинает двигаться. Что же сейчас будет, ребята, умирает именно динозавр у нас от зоны. Ой-ой-ой-ой-ой. Но КЦ и ребята Архитектура решили не отдавать свои киллпоинты и остаться за зоной, умереть именно там, чтобы никому не достались как раз эти самые киллпоинты. Тем временем The Warriors Power, Team Wild Power, сейчас делает еще один ног, убивает последнего представителя из Стрелка из Invisible. И у нас остается последний представитель Larmes the Whiskey, Учиха против полного целого сквада ребята из коллектива Team Wild Power. И сейчас уже Тимур, Доза, что же Амир сейчас будет? Будут, да, как раз-таки двигаться поближе к Рио. Учиха у нас остался последний игрок на экране у нас. Выбрал режим змейки. Здесь ну, уже тут без вариантов. Правильное решение. Просто скидывает все, весь шмот, который у него есть. Хочет слиться как раз именно с травой. Но я думаю, если он как раз-таки закроет всех представителей из коллектива ТВП, наверное, будет... Это будет бомба, просто красивая жарко, игра, да, в конце. И сейчас видим то, что Учиха не двигается, ждет, но его находит. И да, это победа для ребят из коллектива ТВП. Team Wild Power. И они как раз-таки делают 14 киллов, боже мой! И это была просто первая карта, ребята! Это, да, всего лишь первая карта была. Что карта, где было? Как раз-таки ребята не показывают пока что свои козыри. Они разминаются, начинают чувствовать игру, кто как играет.
То есть они потихоньку также смотрят стрим, анализируют ситуацию. Но это если у ребят имеется как раз-таки тренер или какой-либо тактик именно в команде, который будет говорить: так, ребята, вот тут нужно было вот так вот сыграть, давайте вот следующую карту будем вот так. И теперь у нас еще есть 9 карт, на сегодня еще осталось 4, где ребята могут в принципе догнать ребят, и ничего это как бы не будет сложного. Да. Мы так говорим, но на самом деле на поле боя очень-очень даже сложно. Мы сами не понаслышке об этом знаем. Да, как раз я, ребят, хотел бы напомнить еще раз то, что наши организаторы этого турнира, это как раз Министерство по развитию информационной технологии в Узбекистане, также совместно с IT-парк и RevoTech, и киберспортивной организацией ArcRed, и наш главный спонсор — это Адреналин. Ребята, оставайтесь у нас на стриме, не пропускайте ни один матч, потому что финал — это очень-очень и жарко. Какие комментарии насчет игры? Я просто в шоке, как ребята себя показали и заявили о себе. И посмотри, вот вчера, когда мы именно с Кириллом комментировали полуфинальные именно матчи, мы думали, все, Архитектура будут просто рвать и метать. Видимо, ребята оставили такие последние козыри, да, где показали себя. Именно 22-й сквад. Team SOA, да, вот они просто зажгли, можно сказать так, ТВП. Не раз вижу то, что ребята из красивого Larmus de Whiskey, а также 22-й, умеют жить. Они цепляются за именно плейсмент. Они играют больше на первое место, даже не на первое, они играют больше на второе место, чем на киллы. А ребята, которые из коллектива как раз-таки Team Wild Power, играли и на то, и на другое. И сейчас у них бешеное количество очков всего лишь за один матч. Это просто бомба. Что же будет дальше, мы увидим через... Нет сейчас каких-либо лидирующих команд, но хотелось бы именно отметить само собой. Ребята из коллектива Team Wild Power, которые, по всей видимости, будут солить ребятам из коллектива Архитектуры. И это их главные оппоненты в этой ситуации. Не то чтобы сейчас мы болеем за них, это аналитика. И, да, я думаю, здравая аналитика, как раз таки, учитывая то, что мы видели вчера, и то, что мы видим сейчас, сегодня, да, это как раз таки. Да, да. Как раз таки можно именно судить, сбалансировать именно матчи, то, как Но именно проявил себя. У нас предстоит несколько матчей, поэтому именно мы увидим все. А возможно, есть какие-то козыря. Ну, вот Само собой. В конце себя покажут именно. Да. Сейчас у нас по ташкентскому времени 3 часа 43 минуты. Ребят, лето, ребят. Все просыпаются очень поздно, и они такие: давайте начнем как раз-таки наш турнир. И сейчас, ребят, все еще на кроватях, наверное, в общем, играют, да, как раз-таки. Следите за нами, смотрите, поддерживайте нас, пишите комментарии, мы ждем. Да. Ребят, не пропускайте вообще никакой матч, это происходит прям очень-очень даже жаркий. И через уже несколько минут у нас начнется следующая карта, а мы пока что уходим на небольшой перерыв, чтобы тоже отдохнуть. Также даем время вам налить чаю, позавтракать, возможно, да, завтрак в 3 часа, это нормально для нас. И мы вернемся через несколько минут, ребята, не пропускайте ничего.
И еще раз здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы опять вернулись с небольшой рокировкой. С вами сегодня в студии я, Рустам Авдони, и мой соведущий как раз-таки Кирилл, также известный как Терри в PUBG на стимовском как раз-таки компьютере ПК-версии. Здравствуй, Кирилл. Всем-всем-всем доброе утро, добрый день, дамы и господа. Приветствую вас на первой групповой финальной уже, да, группы, если да. Я не ошибаюсь. Что ж, я, конечно, да, на второй карте. Я, конечно, первую карту пропустил, но ничего, сейчас мы обязательно наверстаем, если я не ошибаюсь, у нас будет Санок. Самая динамичная карта, Санок, именно. И мы постараемся с самыми яркими эмоциями осветить данный прекрасный финал. Да, да. Самая быстрая карта, самая динамичная, самая яркая именно в битвами с самого начала. Клоус-файты, краски будут такие перемешанные битвы везде, на каждой отрезке карты. Сегодня нас ожидает как раз-таки на карте Санук. И мы уже постепенно готовимся, и боком глаза я уже вижу то, что ребята собираются в лобби, отправляются на стартовый остров, дабы разминаться целую минуту, и примерно через считанные минуты у нас начнется игра. Вчера мы с тобой комментировали полуфинал, как раз-таки последние две матча группы B и A, и сейчас, как ты видишь, перед нами сейчас стоит как раз-таки список команд, которые прошли финал, и как ты думаешь? Честно, что для меня неожиданно? Подожди, у меня есть для тебя вопрос. Вчера у нас были ребята из коллектива Архитектура, прям ого, да? Кто для тебя сейчас является соперником, главным? На соперника из коллектива Архитектура. Dangerous Sports, я думаю, ТВП. Это две команды, которые, возможно, предоставят хорошую конкуренцию именно так же, как и они. Но не эти другие команды, потому что это общая, так сказать, дисциплина, и там может случиться все, что угодно. Да, да. Но, если честно, буду очень искренен, я не ожидал, что выйдут Elite Warriors, я не ожидал, что выйдут Larmes de Whiskey. Ребята, видимо, собрались вчера, и они действительно показали результат. Они показали действительно хорошую игру именно. И Lapar Team, которые во втором отрезке дня действительно очень сильно расслабились, но они вышли, видимо. Да, они вышли. Как раз таки они собрались сначала, на первом дне именно полуфинала, хорошие именно поинты, а на втором немножко расслабились, но, по всей видимости, как мы видим, хватило именно ПТС для того, чтобы пробиться в финал. И сейчас мы также будем наблюдать за коллективом Lapar Team. И желаем удачи всем коллективам, чтобы показали именно как раз таки жаркие матчи. Не было никаких таких, ну и не будет. Все, уже никаких шансов не будет больше, никаких промашек. Ребят, беритесь за голову и начинаем. У нас Санок, нижний самолет от Цахми по Хатин на левой стороне. Тем временем максимум разве что будут лутать Paradise Resort, наверное. Ставим на то, что будут лутать Paradise Resort и кто? Ну, однозначно, я думаю, это будет Архитектура. Как раз таки они сейчас летят. Раз, два, три. Прыгнут они или нет? Да, все верно, они летят как раз таки Paradise Resort. Но, если честно, это как-то глупо, наверное, угадывать все, потому что мы это уже не раз видели. Тем временем видим, что у нас 4M занимает левый кемпы недалеко от Тембенга. Видим, что Континенталь недалеко от Камп Чарли. Видимо, как-то они будут даже лететь и в Докс. Lapar Team у нас будут распределяться по маленьким домам недалеко от Лакави. И видим то, что Invisible и Supernova также летят бок о бок рядом, прям рядышком друг от друга. И тем временем Архитектура занимает Paradise, а как раз-таки ребята из коллектива Danger Esports и Elite Warriors пролетают Paradise, так как знают то, что там уже занято. Пайнан, что удивительно, никто не лутает. У нас уже очень много команд сейчас в первой отрезке игровой зоны, которая шифтанула на правый верхний остров. Да, на правый верхний остров и как раз, ну, стандартная зона, да, если так скажем. Да, стандартная зона, но она, я бы больше сказал, самая такая играбельная. Там нету супер больших гор, разве что недалеко от моста, но посмотрим, как нет, оно будет. Нет никаких водоемов. Да, как раз-таки не будут у нас ребята умирать на воде, как раз-таки. И сейчас у нас ребята из коллектива Larmes de Whiskey показываются, лутаются на отрезке карты под названием Quarry. Сейчас Учиха, как раз-таки, который последний на прошлой игре остался один против целого коллектива ТВП, у нас на экранах появляется. Также по луту видим то, что не очень-то и густо.
Наверняка это у него счастливые венки на голове сейчас были, чтобы приносили удачу, хорошую зону и огромный лут. Да, из пятилистного клевера, да, как говорится? Да. Там уже, знаешь, как будет, он будет их вырывать, и типа, будет лут, не будет лут, будет лут, не будет. Тем временем у нас показывают Экстази из команды Larmes de Whiskey, которые лутают ангары. Да, лут, конечно, не из лучших, но при этом у него есть очень неплохая медицина, уже 3 медицины, он спокойно вполне будет лечиться. Да, показывают ТВП, которые, если я не ошибаюсь, в прошлой катке они взяли топ-1. Да, да. Тем временем Нова дает ног по одному из представителей Invisible. BMO у нас сейчас на коленках на какой-либо отрезке именно карты. По всей видимости, это ближе, больше северной части карты, так как мы видели там густо населенный как раз таки именно файт. Да, нам показывают сейчас Peaky Blinders, которые сейчас будут встречаться с ребятами из коллектива Danger Esports. Уже немножечко просели по ХП Peaky Blinders, сразу пьют энергетик. Тем временем по сенатору сразу дают прострел сбоку. RMX Kid нокает его, сразу у нас псих подключается, идет к своим помогать. RMX Kid заряжает молик, пытается как-то дожечь своих тиммейтов. Оппонентов именно, да, как раз таки да, держит оппонент на прицеле. Сейчас сенатор не хочет его отпускать. Тем временем Фантом делает сплит на правую сторону, дабы занять более хайграунд в этой ситуации. Да, сейчас могла быть фатальная эта ошибка у как раз таки Фантома, потому что он вышел полностью в опенфилд, и ребята могли спокойно зажать как раз таки его. Нужно поднимать своего товарища в этой ситуации. Да, сейчас... они сейчас как-то будут выжидать и будут видеть перемещение, которое будет идти к сенатору на помощь. Тем временем у нас Фантом сбоку с КБУ. Есть, по-моему, XX3, который навешен на данный ган. RMX Kid стоит у нас от третьего лица за стеной и дает информацию своей команде. Но сенатора тем временем успели уже поднять. Подняли. Да. Да, не торопятся, лишь бы отыграть более своего, потому что зачем идти в раш, если такая, ну, дальняя дистанция, да, чтобы не потерять себя. Тем временем залетела граната или прострел. Это был прострел, как раз таки. Не хотят его отпускать вообще. Ребята из коллектива Danger Esports отступают назад. Да, все верно. Ребята делают все правильно, потому что по луту у ребят не очень-то и хорошо. Как бы сейчас сенаторы еще и сзади не увидели и опять же не простреляли по нему. 22-е. Он очень жестко получил, и у него нет медицины. 4Team тем временем встречается с ребятами из коллектива The Powerful, и сразу же бег у нас отправляется в лобби. Ребята из коллектива The Powerful теряют одного из своих представителей на каком-либо отрезке карты. И такой же Насимов получает от Fort Temporary. Такой же ног хаешкой сейчас было очень больно. И сейчас... как-то очень сильно Peaky Blinders зажались, потому что у Bad Boy даже нет ни одной медицины. Очень все плохо по луту у некоторых команд. Тем временем 22-й сквад, как я понимаю, очень легко лутаются. И ничего особенного на карте у них не происходит. Но позже они обязательно вступят в заключительный файт на санке. Да, Fort Temporary забирает как раз-таки Насимова, который сейчас у нас появился в киллфиде, где мы видели то, что сначала его нокнули гранатой, потом добрали, по всей видимости, ребята были в опенфилде и успели уже потерять двоих представителей. Тем временем у ребят из коллектива... Fort Temp сейчас Баварди занимает высокую позицию, дает информацию своим тиммейтам. Они сдалека уже немало нанокали и при этом, по-моему, убили двоих игроков Peaky Blinders. Bad Boy вообще просто в доме с Томпсоном. Я не знаю, как он будет выживать, но Fort Temp уже... тем временем дает ног для коллектива Danger Esports. Сейчас у нас на киллфиде появилась... Баварди двигается в зону. Тем временем сенатор у нас недалеко от кустика лежит. Понимает, что недалеко 9-й сквад возит у нас уже в ноке. Сенатор начинает отбегать назад и апать своего тиммейта. Тем временем 22-й сквад не решается пока как-то идти и пушит. Они просто флангуют со сторон и будут простреливать. Сенатор у нас замечает игрока тапка. Дает спрей, не получилось нока. Тем временем его сразу же разменивает герпес. Тапок. Хорош как раз таки дал один именно прострел. И очень даже хороший. Сразу же забирает сенатора. Да, все верно делать. Нужно забирать свои киллпоинты. Прикрывать своего товарища, который сейчас находится в более-менее укрытом состоянии. И сейчас будут сжать. Наверное, будут продавать своего тиммейта, дабы забрать целый сквад. Разменять одного на четверых. Очень уверенная игра от 22-го сквада. Буду честен, Денджер сейчас у нас несется по левому флангу. Тапок. И будет кого-то убивать. Тапок у нас уже в ноке. Возможно, в киллфиде этого не было, мы как-то проглядели. Герпес заряжает гранату, возможно, сейчас у нас будет ног по Фантому. Кидается граната за камень. Псих у нас поджимается близко к тому самому камню. Она
отрикошетило посередине в виде тапка. По-моему, сейчас у нас представитель Danger Esports псих попытался как-то просмотреть и прострелить его, но его не видно. Ожидает у нас контактов ближних. Тем временем в киллфиде у нас Фантастик встречается с кланом The Powerful. Уже идет два нока. Ответный размен от коллектива The Powerful. И сейчас док из коллектива Фантастик у нас уходит в лобби. Яшот также отправляется, дотекает как раз таки представитель 22-го сквада и отправляется в лобби. Тапок также псих отправляет. Нашел как раз таки тапка, который был за деревом, и отправил. Теперь шансы равны, двое против двоих. Danger у нас на экранах. Также Герпес из 22-го сквада появляется у нас на экранах. Также Team Soul встречается с ребятами из коллектива Лапар. Также Фантастик дает ног по ребятам из коллектива The Powerful. И сейчас прокидывается хаешка со стороны Денджера в сторону ребят из коллектива 14. Нет, отпустил. Все-таки хаешку. Было мало информации про расположение врагов. Они очень боятся действовать, как бы не потерять себя. С одной стороны, понять можно, потому что это уже финал и нужно быть более аккуратным, но нельзя исключать тот фактор, если вдруг у вас агрессивный стиль и навязанный, у вас есть какая-то лазейка, нужно ей пользоваться, а не думать вот бесконечно и терять свои возможности. Такое да. бывает, это загон. Поэтому тем временем у нас Сенатор сейчас с Возыдом уже умерли. У нас остаются два представителя Danger Esports, Фантом и Псих, которые лежат под камнями и ждут контактов с представителями 22-й сквад. 22-й сквад, Danger и Герпес остаются также. У них есть такая же информация по друг другу, то есть ничего не изменилось. Герпес у нас как-то пытается уже уходить с данной позиции и будут менять расположение. Я думаю, это верное решение, потому что ему сразу же нужно будет сейчас оббегать в новую зону. Их поджимает уже shift синей зоны. Фантом у нас тем временем на экранах сейчас также лежит, не двигается. У него совсем рядышком есть представители команды Danger Esports. Закидывается граната у нас. Или это дым был? Это граната была как раз таки. Мы видели у него в инвентаре. Была хорошая граната, но ну, пока не что, долетела. Пока да, что да. Они будут за зоной переглядываться. Решили разойтись по-мирному в этой ситуации. Два минусанули, разминяли. Я так не думаю, у нас уже идет стрельба у Денджера по Фантому. Они их просто не опустили. И сзади прилетело... Большой урон прилетел по Фантому. У нас остается один представитель Danger Esports. Как же обидно им сейчас. Он просто остался один, но тем временем он его поднимает за зоной. Ну, Фантом зона. Будет жить. Если вдруг есть медицина, нам обязательно сейчас покажут его эквипмент, возможно. Так что, да, есть медицина. Видно, как он лечится. Сейчас будут как-то пытаться уже заходить на ласт таймингах новую зону, но, по-моему, она очень далеко от них. Как раз таки это вторая зона, и они уже находятся за пределами третьей зоны, им нужно бежать также еще в сторону именно следующей зоны. Лармас де Виски у нас на экранах появляется, представитель Вазелин сейчас с топовой эмкой, но с плохим амбундированием, да, как раз таки первая броня, первый шлем, ну, не очень-то и густо, но ребята на харизме движутся вперед. Казалось бы, когда говоришь никнейм Вазелин, все равно есть улыбка на лице. Само собой, да. Тем временем с арки уже занимают на развилке небольшой кемпаунд. Очень выгодная позиция. Но Team Supernova у нас слева от Парадайса на краю зоны. Недалеко представители YF. Это Your Fatality. Возможно, у нас будет позже стычка. Но пока что по прогнозам у нас ТВП, арки и... Представители команды номер 10 очень хорошие зоны заняли. Как раз таки. Сейчас мы видим то, что он посмотрел на более южную часть, где сейчас Лапар, Континенталь, а также ребята из коллектива, из других коллективов будут встречаться. Да, как раз таки СОС сейчас дает нок по одному из представителей Лармас де Виски. Сейчас теряет архитектура, появляется у нас на экранах. Но хотелось бы видеть именно файт, который происходит на другом отрезке карты сейчас. Шаха тем временем
у нас лежал недалеко. Кстати, у нас сейчас показывает Тимура из ТВП, который увидел Терби нокнутого, если я не ошибаюсь, нет, за камнем. Нет. Возможно, его уже подняли, был, потому что какой-то киллфит. Да-да-да, краски Тимзо. Скарио также получает обратный нок от ребят из коллектива... Лармас де Уиски. Да, Лармас де Уиски. Вазелин у нас неплохо нокнул Сикарио. Они, конечно, довольно-таки далеко друг от друга, поэтому вряд ли у нас произойдет сейчас какой-то столкновение. Сбоку очень сильно прилетело по Терби, который забегал поднимать своего тиммейта, но я думаю, сейчас они без проблем все равно поднимутся и продолжат данный файт на карте. Тем временем Континенталь Рамс у нас уже ногает одного представителя Лапардейте и сразу же его доедает. Да, да, да. Ребята растянулись, сплетанулись очень-очень далеко друг от друга. Конечно же, нужно наказывать за это, само собой. Тем временем мы видим, что Лармас де Уиски занял хорошую позицию именно уже в зоне. Уже не в зоне. Они видят сейчас 11-й сквад, который спускается за зоной вниз. По Фенсеру сразу же прилетает от Тимсо Тулкунова. Тимур разменивает Сикарио опять на коленке. И что же сейчас будет происходить? 11-й сквад тоже недалеко. Возможно, сейчас будет тройной файт. Ограничение от игровой области через 25 секунд. Все уже начнут бежать, и у нас начнется тотальное мясо. Учиха тем временем поднимает своего товарища, а также мы видели то, что у ребят, как раз Лармас де Уиски, прям рядышком имеются враги из ребят из коллектива под номером 19. Это Elite Warrior сейчас находится тоже недалеко от нее. Скарио сейчас в ноке у ребят из коллектива Сова. War Temper встречается с ребятами из коллектива как раз таки Фантастика. Идет размен ноками. Учиха у нас на экранах появляется, которая сейчас воюет с ребятами из коллектива Elite Warriors. Как раз то, о чем я говорил. Сразу же два нога. Очень великолепный, великолепный спрей был. И неизвестно, где находятся остальные представители. Да, они находятся очень-очень далеко. Ребята сплетанулись, оставили двоих. Тем самым потеряли их сейчас в этой ситуации. Довольно-таки очень легко они сейчас закрыли представителей команды номер 19. Но некоторые, конечно, живые. Двое сбоку Elite Warriors сейчас идут спину Тим Соло. Тем временем нокает Годзиллу из коллектива 4Team. Да, у нас просто уже начинает двигаться зона, и везде начинаются какие-то файты. Тем временем у нас показывают представителям команды номер 19. Warriors, которые сейчас будут заходить в спину Тим Соло. У них сзади еще есть представители Лармс. Возможно, сейчас зажмет по шейху. Your Fatality встречается с ребятами из коллектива Нова. Уже Нова имеет два нока сейчас в этой ситуации. Также Elite Warriors нокает от Огородника из Пити. Блайндер сейчас также Кола доедает одного из представителей Гориллу как раз таки. Сейчас Four Temper также умирает от зоны, которые находились нокнутыми за ними. И Лармас де Уиски также встречается с ребятами из коллектива Elite Warriors. Нова нокается Angry от ребят из коллектива Your Fatality в этой ситуации. Сразу же умирает уже один Oh My Garble сейчас на экранах из коллектива Нова. Остается один против троих. Ему нужно срочно бежать в зону, потому что он просто после не зайдет. Тем временем на гифт, который за зоной. Хорош! Дал он килл по UHS и сразу же за зоной. Возможно, Филица сейчас погибнет. Уйнет. Он вылечился и сейчас будет направляться с двумя своими тиммейтами в зону. На киллфиде у нас показывают, что Баварди у нас добивает представителя. Пики Блайндерс, Шелби у нас покидает полностью. Сейчас. Нет, ребята, оказывается, живут еще в этой ситуации. ТВП. Также много это ребята из коллектива Континенталь. Хороший, как раз таки хаешка, по всей видимости, залетела. Также Баварди нокается от Фантастика в этой ситуации. Погибает за зоной сейчас. Что происходит? Тим Соло у нас просто не успели зайти в зону и довольно-таки попали в такой жесткий кроссфайр. Гифт это у нас показывают за камнем. Сейчас это у них самая краевая зона. Им придется как-то двигаться внутрь. Ну что ж, посмотрим, что дальше будет происходить. Нас покидает также один из представителей Лармас де Уиски. Сейчас зажим по одному по динозавру из коллектива Архитектуру. Хороший жим для Гифтеда сейчас был. Очень, очень плохо пошло у Гифтеда. Очень плохо. Тем временем он может сейчас не успеть. Он не успевает. Не успевает. И однозначно он будет уже умирать за зоной, потому что он не успеет заползти. Тем временем у нас показывают команду Архитектуры, которые заняли почти центр. Они недалеко от сквада. Это 13-й сквад. Your Fatality, возможно, их сейчас будут арки и закрывать. Тем временем в киллфиде Фантастику у нас нокает команду Лапар. Лармас де Уиски у нас дает нок по Team So. Арки у нас уже дают нок по Your Fatality, которых видят заходящих в зону. Шаха у нас сейчас на экранах пытается Геркис как-то выследить. Видит Тимура. Ихтиор, он дает, кстати, по нему нок и сразу же его доедает. Пытается сейчас уйти в сейф, в маленький домик. Все представители команды Арк.
от как раз Invisible, сейчас Психопал, тут же, наверное, будут доедания как раз и Континенталь. Также умирает один из представителей Зазоны в этой ситуации. Архитектура сейчас четвером, да, втроем в одном маленькой будке живут. Тем временем нокается Доза от Экстази, сейчас получает ног. Тем временем Пики Блайндер живут. Посмотрите, закрывают ребята из коллектива 22 сейчас в этой ситуации. ТВП, вопросы. Сейчас, по-моему, будет хаешка. Нереальная хаешка. Минус 3 может сделать в этой ситуации как раз таки сейчас, ребята. Но, хаешка хоть и залетела, но не там очень. Еще и молики лежат. Да, тяжело. Тяжелый сейчас Лармас де Виски, потому что сбоку прилетает очень много гранат. У них недалеко есть представители 15-го сквада ТВП. Тем временем... Ар у нас нокает Колу из команды. Доза! Опять от хаешки, что происходит? Они просто не отпускают ТВП, и, видимо, у нас очень жесткий файт на гранатах. Тем временем Сайот у нас спускается ниже с МК-14, у него неплохой ган, он видит сейчас представителей команды Арк, но они не спешат по ним стрелять, как бы им не прилетело в ответ. Экстази также падает от рук Пики Блайнд, фатальцы дают ног по динозавру, сейчас Бэт Бэйби, сейчас забирает полностью Экстази и ее. Также один из представителей покидает нас. 5 команд осталось на игровой площадке. 11 жил. Скорпион у нас на экранах. Видим по зажим. По ребятам из коллектива ТВП. Сейчас сразу же в бок прилетает. Ой-ой-ой. Коллектива сейчас в этой ситуации. 10-й коллектив полностью закрывается. Invisible у нас уходит. Прикрывает своего товарища как раз таким боем. Сойдет, да, у нас дает. Така по Фензеру сразу же нокает его. И пытается второго настигнуть игрока команды ТВП. У Чиха камнем остается, сейчас будет лечиться или раскидывать дымы. Тем временем у нас остаются всего лишь две команды. Полный состав. Архитектура против ТВП сейчас. И, конечно же, само собой, ребята из коллектива Архитектура одерживают победу в этой игре. На втором месте ребята из коллектива ТВП. И на третьем Лармас де Виски. Ты посмотри, какой жаркий файт был именно в конце. Все поперенокались. Все, что-то там произошло. Это было просто вау. Очень многие команды в данном отрезке где-то в середине не успевали занимать свои зоны, очень сильно отвлекались, а было как-то вот в край заходить. Да. Поэтому у нас за зоны очень много потеряли себя команды. Да, именно то, что они бегут поздними таймингами, ребята остаются за зоной и погибают, к сожалению, в этой ситуации. Да, Санок никого не щадит, как и его зона. Да, как я говорил раньше, Санук это интуитивная карта. Ты тут не делаешь никакие, чувствуешь игру, чувствуешь плечо своего товарища, который может поддержать любой момент. И как раз таки, что и нам показали ребята из коллектива Архитектура. Прям, ребята, вернулись в строй. Уже первый виннер Chicken Dinner у них за сегодня. И, не последний. Да, кто знает, как оно будет, потому что тут может случиться все, что угодно. Но если брать команды, кроме Архитектуры, которые расположились где-то на 5-й, 4-й, 3-й строчке, я бы сказал, они были очень схожи в ситуации. У всех была она патовая. Да, да. Хотел бы еще отметить, ребята, из коллектива Peaky Blinders, как раз один из представителей, который закрыл двоих, это, если не ошибаюсь, Психа и Сенатора из коллектива Danger Esports в начале игры, а потом как раз таки они, ребята, жили до конца. То есть, хоть и заняли не особо такое сильное место, но на 6-й, на 7-й строчке они уже расположились и с хорошими именно киллами, потому что в киллфиде я видел постоянно как раз таки Bad Baby, если не ошибаюсь, да, Bad Baby, убивал. Bad Boy, Bad Boy, который... доедал как раз таки стерил киллы у чужих команд, просто один находился в поле боя. Так сказать, на войне все средства хороши, поэтому это турнир, и нужно брать все до последнего поинта, что и делают представители данных команд. Все те, кто здесь сейчас находится, они достойны. Само собой. Даже такими мувами. Да, да. Раз они уже в финале, это уже много о чем говорит. А пока у нас есть небольшое количество времени, хотел бы напомнить про наших организаторов. Это Министерство по развитию информационных технологий в Узбекистане, совместно с IT-парк и киберспортивной организацией Аркред, а также Revotech и наши главные именно спонсора — это Адреналин. Ребята, не пропускайте ни один матч, оставайтесь с нами, наливайте самый вкусный чай, а мы вернемся через пару минут.
И еще раз здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня также карту Мирамар будем освещать мы, Рустам Авдони, и Кирилл, также известен как Терри в стимовском пабге. Еще раз здравствуй, Кирилл! Всем еще раз огромный-огромный привет! Ну что ж, дождались мы третьей карты. Песочная карта, жаркая, огромная карта. И сейчас да. У нас будет предстоять очень глобальные баталии. Команды у нас будут со всей силы стараться, особенно те, кто за предыдущие раунды не наверстал своего, они обязательно сейчас как-то будут собираться с мыслями и выбиваться в бой. Да, выбиваться в более верхние позиции, занимать хорошие строчки. Желаем всем удачи. Уже сейчас в Инстаграме нас порадовали наши друзья, которые нас наблюдают по телевизору. Сейчас по Узрепорт ТВ, если я не ошибаюсь, идет также трансляция, также по Спорт ТВ. Да, да, все верно. Идет также трансляция по YouTube нашему каналу. Спасибо, ребята, за такую поддержку. Мы это очень ценим. Передаем привет всем нашим как раз таки знакомым, которые сейчас наблюдают и болеют за свои команды, а также и за нас. За это огромный шаг для киберспорта, что уже показывают по телевидению данные дисциплины, сам киберспорт. Это говорит о том, что это новый уровень для нас, и мы обязательно постараемся осветить его в самых лучших его... Со стороны, да, самой лучшей стороны, все верно. И что самое интересное, это мобильный гейминг, и как он быстро набирает обороты, прям сумасшествие. И у нас уже полетел самолет, начиная с кемпа милитари, заканчивая Минас дель Сур. Сейчас у нас на экранах появляются арки, само собой, которые сейчас стоят на первом месте. Ну что ж, у нас нижний самолет, более центровой, многие команды успеют занять свои кемпаунды, как-то более-менее лутануться. Мирамар очень обширная карта, и поэтому, в принципе, тут лута хватит на всех. Да, абсолютно. Это не Санок, где очень много команд сразу поджались за зоной, ну, много беспредела было. Лута все будет более размеренно, и, конечно же, в конце финалки мы обязательно будем наблюдать что-то очень жаркое и интересное. Да. Ребята примерно уже знают, кто будет куда прыгать, какие-либо города будут занимать. Видим то, что сейчас ребята из коллектива The Powerful сразу же выпрыгивают на кемпа Military. Это какая-то новинка для них, да? Да, по-любому, потому что сейчас очень многие команды меняют свои споты, как бы меняют свою страту, тактику, чтобы получать более желаемый результат. Континенталь, шок. У нас вместе со своими представителями летят Торы Ахумада, Лармес де Виски, они недалеко от Water Treatment, наверняка будут брать транспорты. Фантастик у нас занимают Сан Мартин, ТВП недалеко от Минас Генералис, Danger Esports у нас сейчас будут ехать, видимо, в Пуэрто Параиса, и тем временем у нас показывают команду Фантастик и представители команды. Да, как раз сейчас Фантастик делает два нока прекрасных сейчас. Invincible уже два нока от Асаля. Это было очень жестко. Сразу же пытается добить. Берет в копилочку поинт. Тем временем на него уже заходит в размен Ихтиор. Ихтиор сейчас тоже, я думаю, сразу же его подберет, потому что нужны поинты. Нужно драться до конца. Док, Асаль в ноке. Тем временем на первом этаже у нас показывают представителей Фантастик. Сейчас они будут как-то пытаться играть размеренно, но не потерять себя. Да. Фантастик у нас заходит в комнату к Ихтиору. Ихтиор дает ног по Коле. Сразу же пытается Ула у нас разменять Ихтиора. Остаются двое на лоу ХП. Что Ихтиор, это было сейчас? Ихтиор был MVP данного Хасиенда Дель Патрона. Он сделал... Клатчит, убрал целый сквад, молодец, хлопаем Ихтиору, молодец. Конечно, Invincible потеряли у нас одного представителя своей команды, Стрелка. Разменяли но одного. Но они, тем не менее, заработали 4 киллпоинта и сейчас будут спокойно долутывать данный кемп в радости, то что они справились с данным давлением. Да, вроде бы уже на какой-то момент мне показалось то, что ребята из коллектива Invincible побеждают, но Ихтиор прям... Показал, как он умеет как раз таки именно играть, стрелять и вообще набирать терпение для таких вот именно оборотов. Invincible, конечно, справились. Да. Поздравляем. Тем временем, так, у нас показывают на экране архитектуру, которая на верхнем хайграунде у нас уже видит представитель 12-й команды, дается зажим. Сразу же у нас представитель 12-й команды будет лечиться за зданием.
13-й команды, простите. Фантастик. Такаши сейчас остается на лоу ХП. Как раз Дино поймал на перебежках его. И сейчас, наверное, ребята будут хилиться. Но у ребят из коллектива Дино сейчас хорошая позиция. Ребята находятся на хайграунде. Очень-очень сейчас попался немножечко под обстрел. Но ничего страшного. Не было ничего видно сейчас. Потому что с коллиматором, с калашом, да, как бы тяжело будет на такой дистанции достать динозавра, который у нас стрелял по оппоненту 13-й команде Такаши, который пробегал. Тем временем у нас показывают Фенсер падает от огородника. Сейчас у нас в скилл-чате показали. Пики Блайндер сделает свой первый нокдаун для коллектива. Как раз Kill Arm SD Whiskey. Сейчас также Басота из коллектива Your Fatality получает прям по голове от ребят из коллектива Архитектура. Очень хороший именно прострел был. На такой дистанции. На ротациях сейчас на лоу ХП остается один из представителей 13-й команды Your Fatality. Гифтер у нас на экранах только что был. Это возможно. Да, они убивают. Эквалайзер сейчас берет килл по Гифтеду из команды Your Fatality. Арки сразу же понимают, что сейчас есть один в ноке Басота, и один представитель Gifted умер. Они пытаются... Фенсера только что наказали кулачком, ребята, скрытие Kill Arm SD Whiskey. Сейчас что происходит на другом отрезке карты, нам неизвестно. Тем временем Такаши и Капсул у нас. Капсул, да, они пытаются как-то выбраться с данной ситуации. Зажим для спины, для ребят из коллектива. Ой-ой-ой, очень-очень больно сейчас. Такаши очень неплохо прилетело. Тем временем показывает эквалайзер, который пытается нокнуть Капсула. Дает тапы, да, это нок. И он знает информацию про Такаши, который прячется за правым нижним камнем. Я думаю, они никак не отпустят с данной ситуации эту команду. Само собой, да, ребята из коллектива Your Fatality покидает нас на 15-й строчке на карте Мирамар. Начало положено. Да, они просто отвоевали свой. Тем временем Шелби получает ног от ребят из коллектива Larmas The Whiskey. У нас только что появился на экранах. Мы это видели и ждем дальнейших именно действий. Пики Блайндерс Шелби у нас сейчас в ноке. И я даже не знаю, нам, возможно, сейчас кастеры обязательно покажут данный отрезок карты. Пока что у арков все тихо. Они отвоевали свой кемп и будут лутаться. Да, тем временем у нас показывают, как Пики Блайндерс Bad Boy поднимает своего тиммейта Шелби. Уже поднял за муляжной машиной. И видят у нас недалеко на поле представителей Larmas The Whiskey, которые пытаются пройти ближе. Дается зажим со Скорелли по экстази. Пока что ни одного патрона он по нему не попал, потому что дистанция довольно немаленькая, и еще и прицелов нет. И Учиха, посмотрите, сейчас со спины будет заходить к ребятам из коллектива Peaky Blinders. Возможно даже... сейчас увидит бэтбоя, который справа. Да, возможно. Он, возможно, уже даже видел, примерно знает пару расположений, но грамотная хаешка может перевернуть полностью игру. И сейчас мы видим то, что Фенсера у нас уже нету из коллектива Larmas The Whiskey. Ребята зарабатывали пока что 0 киллпоинтов, а тем временем 1 киллпоинт у ребят из коллектива Peaky Blinders. Тем временем, пока что сейчас у нас затяжные файты будут. Учиха будет пытаться ловить тайминг. И, возможно, он сейчас нокнет бэтбоя, который взял уже баги. Шелби у нас стоит за машиной. Он как-то будет его сейчас подбирать, и они будут уезжать однозначно. Учиха сейчас готов сделать неожиданный мув. Тем временем бэтбой дает по экстази неплохой спрей. Экстази у нас отходит за синовал на поле. Пики Блайндерс решили все-таки уехать за нового кемпа. Но у нас Учиха видит двух представителей. Пики Блайндерс дается зажим. Сразу же какой прекрасный зажим был. Сейчас сразу же нокнул двоих. Бэтбоя и Шелби, наверное, будет сразу же добирать в этой ситуации. Само собой, так как одного из их представителей убили кулачком. Посмотрите, также забирает сразу Шелби. Сейчас на подходе как раз-таки Бэтбой. Бэтбоя, да, само собой. Не тратит патроны, это, потому что у них как мало раз-таки того, это было наказание за то, что Бэтбой убил его представителя из его коллектива. Как раз-таки также именно кулачком добил. Наверное, может быть, это была какая-то месть, да. Но нам не ясно. Так что Larmas The Whiskey сейчас выкрутились. Да, посмотри, какая тактика была у ребят из коллектива Larmas The Whiskey. Как раз-таки Экстази пока отвлекал ребят в опенфилде. Учиха подошел сзади и так красиво сделал два нока. Это было великолепно. Учиха очень тактично подошел к своим действиям и сделал очень хороший мув. Да. Так что MVP, возможно, данного отрезка карты начальный. Так что у нас сейчас показывают 4M, который находится в Пикадо на самой высотке. Занимает у нас данную позицию коллектив номер 7. Годзилла у нас сейчас показывает, спускается по пожарной лестнице вниз. Видимо, они как-то уже решают спускаться, ротироваться и уходить с данного места, занимать определенно выгодные для себя отрезки карты. Показывает у нас Архитектура, которая проезжает у нас
уже в Лос-Леонесе, очень нагло, недалеко есть представитель команды номер 8. Возможно, как-то сейчас будут пытаться выбивать. Мы видим то, что Нова очень далеко сплетанулись друг от друга, и сейчас архитектура, возможно, закроет ребят, или же получит как раз-таки ног на ротациях от ребят из коллектива Нова. Шаха тем временем успевает уехать от центра города, также Дино не отстает. Да, ребята просто проехали мимо. Но нет нужды заезжать в данный город и останавливаться тут. Скорпион у нас недалеко сейчас проехал от трех представителей команды номер 8. Возможно, даже, да, по нему есть стрельба. Да, очень сильно покоцали Скорпиона, но он уедет однозначно. Он сейчас как-то будет уходить с данного города и будут ротироваться по краю участка карты. Да, у нас Скорпион останавливается на краю города. Будет головы лечиться. Не было у него, из-за этого прям, по всей видимости, попали по голове, и из-за этого такое количество хп осталось. У него костюм волка, ему тяжело же, жарко на данной карте. Да, на самом деле. Был такой хороший как раз таки прострел от ребят из коллектива Нова, но безуспешный. Всего лишь покоцали, но Скорпион пополнил свое здоровье и сейчас будет мстить, по всей видимости. Тем временем у нас показывают первую зону, которая уже подходит к концу, будет она закрывать. У нас сейчас представитель Team SOA только заезжают недалеко от Power Grid. Peaky Blinders расположились сверху недалеко от Water Treatment. И Continental у нас, возможно, сейчас будут сталкиваться с 22-м сквадом Shift правой верхней зоны. Недалеко красная от Минус Генералиса и Ле Бендита. Арки сейчас, возможно, даже столкнутся на перетяжке с Суперновой. Даже не знаю. Но в Спортемп у нас сейчас заметили дроп. Да. Где лежит Гроза, Глушитель и Т3 сет. Они сейчас однозначно будут его забирать. Это очень ценный лут. И будут выбивать себе лучшие места. Тем временем Динозавр уже на ротациях, сейчас эквалайзер. Ребята, по всей видимости, начинают именно строить какую-либо тактику для того, чтобы ротироваться в зону безопасно и занять хорошую позицию. Архитектура, я так понимаю, все-таки они знают, что они делают. Они не торопятся, не хватает лута, я так понял. Потому что оставаться и не ехать при Next Shift как-то подозрительно. Они остались, сейчас будут долутывать данный кемпаунд и будут рваться в бой, занимать опять, так сказать, вершины. Да, у нас представители команды Супернова сейчас показывают. UHS недалеко, на другой стороне Леонаса, тоже пытаются долутываться. Но сейчас показывают представитель Danger Esports недалеко. У него есть представитель команды номер 20. Возможно, сейчас будет у нас столкновение данных команд. Позыт у нас пытается подняться на гору с левой стороны. Ох, сейчас, хороший, мне кажется, Danger Esports просто настигнут их врасплох, потому что они не будут готовы к ним. Да, на самом деле. Invincible сейчас, возможно, будут в патовой ситуации. Да, ребята тоже заняли хайграунд, но не такой высокий, как у ребят из коллектива Danger Esports. Ларма из Дэвиски сейчас экстази нокает Позыт. Сразу же дается прострел, пытаются доесть. Слышат представителей двух игроков под ним. Сразу же дается гранатка. Ну-ка. Ой-ой-ой, немножечко такая хаешка была. Нет, был урон, неплохой урон. Сейчас сразу же по Вазиду прилетает урон. Он пытается как-то уйти назад, чтобы не нокнуться. Вазелин! Ой-ой-ой-ой. Сенатор очень жестко нокнул сейчас с граната представителя команды номер 20. Учиха у нас решает уйти вообще с данного файта. Понимает, что они уже не в преимуществе. Нужно выбивать для себя плейспоинт. И Сенатор как-то будет сейчас доискивать последнего оппонента, которого он нокнул. Да, ты посмотри, как он хорошо как раз кидал хаешки с ладошки. Они знали точное положение. Они слышали то, что где находятся ребята, и сейчас подрывает машины в надежде как-нибудь нащупать. Ой, Сенатор упал сейчас в этой ситуации. У нас остались два представителя Лармас де Виски. Один уже убежал, это Учиха. И сейчас остался второй, который тоже пытается также уйти отсюда. Но я думаю, все-таки сейчас Danger Esports его увидят, потому что там как бы не было, это open field, легко заметить будет контакт. Да, тем более ребята находятся на хайграунде, а Лармас Довиски остался один представитель. Последний, Учиха, у нас на экранах появляется, знает примерное расположение игроков, которые сейчас находятся на хайграунде, не высовывается, будет играть больше на плейсмент.
Да, Учиха не успел, оказывается, уйти с данного кемпа. Ему просто приходится ждать, прятаться в домах. Но он сейчас замечает контакт. Псих спускается на машине, сразу же дается прострел, но он не увенчался успехом, он только снял ему пол ХП. Сейчас заряжается граната в комнату, возможно, это будет тайминг и взрыв. Учиха уже проседает по ХП, пол ХП остается, потом у нас заходит со второго этажа, и псих убивает Учиху. Убивает Учиха, да, да. К сожалению. Ламас Девиски у нас покидают данную карту и занимает 14-й плейсмент. Псих сейчас будут лутать наших своих оппонентов, которых выбили они из-за минус генералиса. Да, да, да. Ребята хорошо, кстати, сыграли, сделали минус 3, полностью закрыли ребят из коллектива Ламас Девиски, которые отправились на 14-ю строчку на карте Мира Мари. Тем временем видим то, что Лапар Тим, один из представителей, занял такой же хороший хайграунд и теперь видит как раз-таки двух представителей из ребят из коллектива Peaky Blinders. Это Огородник и RMX Kid. Казалось бы, сейчас патовая ситуация Peaky Blinders, потому что они находятся full open. Open field сейчас будет, ну почему бы это туннель его сейчас в этот момент нужно было, но по всей видимости они находятся за зоной, да, посмотри. Они пытаются не спалиться, чтобы пройти в новую зону. Да. Поэтому у нас один представитель команды номер 16 Трит увидел перетяжку. Он сейчас дает информацию. Огородник наверняка сейчас как-то будет передвигаться. Возможно, даже на ногах. Скарио дает ног по Яшоту из 22-го команды. Да, и сейчас посмотрим, что-то происходит на другой отрезке карты. Да, пока нам кастеры данного эпизода не показывают, сейчас у нас лишь карта. Тим Соа недалеко от 22-го сквада, сейчас на дороге. Как раз и там и был ног. Да, тем временем еще выше Континенталь сейчас, возможно, заедет в данный файт, и у них будет просто мясорубка. Тем временем показывает представитель команды Супернова USS, дает у нас ног по Баварде. И сразу же добирает одного из представителей Фортемп. Да, как раз ребята сейчас играют втроем. Фортемп очень зажато внизу сейчас, но у них есть большое преимущество, они ближе к зоне. Так что они будут отрезать команду Супернова, не давать зайти им. А кто Next у нас сейчас на экране с топовой МК X4 видит наверху представителей команды номер 8. Вортек там... Зилла дает ног по одному из представителей Нова. Хаешка, очень хорошая залетела Хаешка. Красный сейчас Фортемп выглядывает, но был спрей от коллектива Фомен, но. Безуспешный, сразу же Зилла идет на подкрепление, имеется два ног у ребят из коллектива Нова, нужно уже раз в этой ситуации, как сразу же появляется голова, на Лохабе остается, нету, уже третий ног, или мне показалось, нет, на Лохабе остается как раз еще один представитель из коллектива Супернова, и сейчас ведут на размен, как раз я последний представитель из коллектива Нова против еще одного последнего представителя из коллектива Фортемп. По-моему, у нас ситуация один в один, если не ошибаюсь, три нокнутых тиммейта от Супернова и три нокнутых тиммейта от Фортемп. Сейчас решится судьба данного файта, кто Next заряжает гранату, возможно, сейчас... Нокнет или добьет каких-то тиммейтов из Супернова. Сразу же поднимается у нас тиммейт. Дается урон по кто Next. Пол ХП отрезает кто Next. Очень нерешительно действует, но поднимает своего тиммейта. Думаю, ошибка сейчас в этой ситуации. Нужно поднимать как раз-таки, да, больше Зилу, потому что он находится в такой ситуации. О май гадабл закидывает гранату. Добивает сейчас представителя Фортемп Годзиллу. И будет пытаться найти второй килл для себя. Да, 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 сейчас нащупал одного из представителей Зилу, да, как раз-таки, и кто Next остается на лоха, по тем временем шок из коллектива Континенталь падает, умирает, как раз-таки, по всей видимости, на ротациях поймали ребят на северной части карты, как мы помним, это все, и кто Next сейчас на пол ХП остается против четверых ребят из коллектива Нова, ты посмотри, у Нова было три. Фортемп, у них был такой огромный шанс сейчас перевернуть данный файт 3 в 4, просто когда остались один на один, нерешительно были действия от кто Next. Да, он сделал много работы, но нужно было уже до конца дожимать, пока позволяли хелспоинты. Тем временем динозавр у нас стреляет по баге, простреливает колеса, чтобы энеми не заняли новую зону. Те самые энеми, это Dangerous eSports у нас на экранах появляется. Сейчас Сенатор контролит, так сказать, туннелит ребята из коллектива. А архитектура хороший тап был с SLR-ки. Сейчас падает один из представителей архитектура на коленке, тут же надо поднимать своего эквалайзера, да, сейчас как на раз коленках. Таки сейчас, возможно, решается файт данный, так сказать, двух очень сильных коллективов, да? Которые
не раз показывают уже прелестные результаты. Ты посмотри, с верхней части Team Solo и 22-е сейчас перенаправились в более такую северо-восточную часть карты к ребятам из коллектива Elite Warriors и The Powerful. Сейчас shift-зоны в левую сторону нам показывают. Сейчас, ребята, 200 метров отделяет их от безопасной зоны. И скоро уже у них на все про все имеется чуть больше одной минуты. Тем временем Дина дает ног по Исфьору и сразу же добирает. Где-то у нас архитектура на шли килл, но тем временем динозавр у нас ротируется по горе, видит у нас дачу недалеко от будки. Наверняка уже есть понимание и информация по двум игрокам. Но посмотреть на карту, я видел, что в очень хорошем положении команда Team Lapar, которая зашла в свободном, так сказать, пространстве, в зону. Видел команду ТВП, которая была в минус генералисе. Сейчас эти команды, возможно, займут ключевые позиции, и у нас начнется последние зоны. Они будут более-менее в комфорте. Динозавр у нас пока что не торопится. Тем временем встречается с ребятами из коллектива Elite Warriors как раз-таки сейчас. Динозавр, да, был нок у нас. Да. Возможно, сейчас кастеры нам покажут данный файт, но у нас представители архитектуры сейчас ротируются на баге по динозавру. Сразу же проходит урон со Скорпионом. Шаха сразу же прикрыл своего товарища Маэстро в ноги. БМО дает ног для динозавра. И сейчас, наверное, Скорпион. У нас размен. Да, Скорпион сразу же пытается поднять своего тиммейта. БМО сейчас пытается прокинуть гранаты через маленькое окошечко. Арки сейчас, я думаю, зажмут данный коллектив, потому что одно здание... Тут очень тяжело будет выжить. Закидают гранатами, и не будет никаких шансов. Но пока что мы видим, что представители команды Invincible сейчас живут, из последних сил пытаются как-то выжить. Эквалайзер у нас сейчас на экранах подходит ближе с той самой, возможно, гранаткой в виде представителя вышедшего. ПМО сразу же падает у нас от эквалайзера. Тиммейт сейчас будет ждать, пока он заползет внутрь и будет поднимать, но закидывается у нас недалеко от транспорта граната. Возможно, сейчас будет добивание либо ног. Ой-ой-ой-ой, что же произойдет, киллфит? Да, разве что сейчас покоцали. Да. Маэстро у нас на пол хп. Уже пришла зона, нужно как-то занимать ключевые позиции. Супернова, Майгадабл у нас дает ног. Супернова еще и Сэм сразу же доедает. Да уж, там, по-моему, 2 килла успели было поднять, но он также нокается от зоны. И ребята из коллектива архитектуры решили с 8 киллпоинтами продать своих товарищей и отправляться в сторону зоны. Это самое лучшее решение, что ни на есть, потому что плейспоинт самая важная вещь в данной игре. Они сейчас занимают отрезки карты. Герпес падает от Рамза сейчас. По всей видимости, Континенталь встретились с ребятами из коллектива 22-й сквад. На возвышенности, на хайграунде также имеется очень много скоплений многих коллективов. Тем временем Маэстро на ротациях. Сенатор нокается от ребят из коллектива ТВП. Амир, Маэстро взрывается континенталем. Вы посмотрите в этой ситуации, что вообще происходит. Амир опрокидывает хаешку для психа в этой ситуации. Возможно, будет даже фатально для него. Но нет, нет, не долетает как раз таки псих на лоб. Немножко он его задел на самом деле. И Рамз сейчас нокается от ребят из коллектива 22-х. Дэнджер сделал хороший размен опять-таки. Тапок нокается, умирает от шахи из коллектива архитектуры в этой ситуации. Герпес в ноги, а 22-е живут. И также Яшот получает ног от ребят из коллектива архитектура. Сейчас Дейнджер просто архитектура сейчас в шикарной позиции, но они за зоны. Они, конечно, могут сейчас закрыть сквад, который недалеко на дороге. У них есть отличный обзор по 22-му скваду. 22-й сквад сейчас, два тиммейта находятся в ноги. Тапок уже погиб. И они, казалось бы, в патовой ситуации. У них справа находится желтый коллектив представителей команды номер 11, если я не ошибаюсь. Да, это Continental Gaming как раз. И сейчас у нас будет передвижение в зону. Лапар Тим находится очень хорошо на хайграунде. Но при этом у них есть рядом соперники из представителей команды номер 8. Это Супернова. Danger Esports теряет Фантома у своей команды. По всей видимости, встретились также еще с кем-то. Также Яшота умирает от синей зоны. И в этой ситуации, конечно же, ребята из 22-го сквада продали своего тиммейта. 9 команд у нас остается на поле боя. И как раз таки вот они у нас на экранах появляются. Сейчас арки у нас заезжают с верхней стороны в зону. Они будут закрывать 22-й сквад. Я 100% уверен. Тем временем Лапар проблем у нас дает неплохой зажим по 11-й команде. Уходит на релоуд. Он снял пол хп. Психо нокует Сикарио. Команда Team So сразу же. Лапар Team пытается
подкидать гранаты команде номер 8, но я думаю, им не нужно сейчас отвлекаться на них. Герпес также падает от зоны, также ТВП, Сайот падает от Пики Блайндер, сразу же добирается в этой ситуации, я прокидываю за ХАЕшка, вот проблема в сторону ребят из коллектива Нова, не очень-то и хороший, также Эквалайзер доел Герпеса из 22-й команды, по всей видимости полностью закрыл ребят из коллектива 22-й сквад, Нова на ротациях сейчас, да, нужно уже передвигаться в сторону зоны, Энгри, нет, извините, О Май Гарбл сейчас у нас на экранах, и сейчас они не знают про расположение игроков. Он в упор сейчас заезжает в большой ангар, О Май Гарбл сейчас получил одну пулю. От со спины enemy. Также Амир сразу же прикрывает. Амир сразу же нокнул О Май Гадабл. Сейчас у нас Danger будет ближний умирает. Файт. Ближний файт. ТВП Доза у нас пытается как-то прокрутить, найти себе прострел со второго этажа. Выходит в окно. Пока он не видит представителей команды номер Огородник номер успел Blinders. Нокнуть одного из представителей новой и сразу же добрал его. Молодец, Терби сейчас нокает одного из представителей Пики Блайндерс. И что же пойдет дальше в этой ситуации? Тим Супер Нова, Энгри сейчас раскидывает для себя дымы, чтобы найти себе новую зону, занять тот самый хайграунд, но у них есть сзади энеми. Полным составом ребята из коллектива Team Solo сейчас направляется прямо в упор к ребятам из коллектива ТВП. ТВП Амир в шикарной сейчас ситуации. Он будет видеть сверху команду номер 8, которая будет проходить чуть ближе. Сразу же у нас дается нок от Team Solo, Терби по RMX Kid. Игровая зона у нас убивает Огородника. Амир на Solo сейчас откидывается от ТВП. Уже два нока. Архитектура у нас подбирает килл у Тикарио. Тикарио, да, краски Лопарди временем дает ног по одному из представителей Нова. Со встречается с Аркредом. Архитектура, извините. Тем временем ТВП Тимур у нас видит передвижение в дыму, но не решает простреливать. Сразу же поднимает своего тиммейта Angry Амира, падает. Который очень быстро дотекает. Шок падает от рук как краски архитектуры Шахи, да? Со Эцо показывает у нас на экране, заряжает гранату по представителям команды номер 15. Был хорошая, небольшой урон, был небольшой урон, но они ушли назад за забор. Сейчас очень плотные файты. Видим представителя команды номер 8 Тимура. За зоной, который вообще лечится и живет до последнего. Но он может быть и выживет, и будет заходить в спину. Тем временем у нас Амир поднимает Тимура. У нас недалеко 16-й сквад, который на горе, это Лопар Тим, если я не ошибаюсь. ТВП Доза сбоку выходит и нокает у нас Даврона. Пытается как-то мантить в дыму. По Дозе идет небольшой урон. Проблем у нас заряжает гранату по Амиру и Тимуру. Возможно, сейчас будет огромный взрыв. Ой-ой-ой, на лоха остается, ребята, из коллектива ТВП сейчас, но все на ногах, слава богу, и Лопар Тим поджимает, ребята, из коллектива ТВП, не хотят вообще никак отпускать, трое против трех, сейчас увидим какой-либо файт, во всей видимости, ребята будут ловить ТВП на перебежках, тем временем Лопар, хорошая хаешка, ТВ нокает одного из представителей ТВП, Амир сейчас на коленках, Терби также нокается от ТВП, Лопар также добирает Дозу сейчас на ногах, Эквалайзер забирает Терби, и СО закрывается полностью в этой ситуации, Лопар закрывает! Нужно двигаться в зону, нужно двигаться в зону, потому что их сейчас зажмут. Лопар Трит у нас, по-моему, дает небольшой урон по Эквалайзеру, Эквалайзер садится лечиться, у него есть проблемы время на зоны. Это. Дети от зоны. Проблем также находится от Шахи. И закрывается, ребята, из коллектива Лопар. И остается двое против одного. Это как раз архитектура против коллектива Супернова. И тут, естественно, само собой. Сбоку у нас выходит. Ребята из коллектива архитектуры и забирает себе первое место. Что по киллам, извините. Ребята из коллектива СО также берет второе место. Третье место Лопар. Как раз таки Лопар себе показали очень-очень даже хорошо. Живучие. И как раз таки закрыли целый сквад ТВП. Да. Представители ТВП, которые довольно-таки сразу же заняли данный кемп, у них была финалка, но они очень нерешительно начали разбрасываться в фланге, у них то налево, то направо. Видимо, какая-то информация поступала нечетко, и они вместе не сыграли. Хотя у них был хайграунд, у них были все шансы выкрутиться с данной ситуации с огромными киллами. Но что случилось, то случилось. Ребят, понимаешь, какая была ошибка у Лопара и у ТВП? Как раз таки зона уже двигалась, а ребята до сих пор перестреливались именно на последних зонах, где дамажит очень-очень даже сильно. И ребят потеряли очень много хил-поинтов. Тем они, самым они двое очень нокнули сиклись. Да, двое нокнулись за зоны, и еще двоих добрали ребята из коллектива архитектура. Ты видел, у одного из них 12 киллов.
Что? Поэтому нужно в шахматном порядке сразу же думать за зону и как-то пытаться занимать. Посмотри, как команда архитектуры действует. Как только зона начинает смещаться, они сразу же двигаются, занимают край зоны и отрезают тех, кто отстают. Да, да. И потом уже на финальные как-то отрезки карты они двигаются вместе и перестреливают своих оппонентов. Да, да, хорошо. Они прям занимают зону. Закрывает спину полностью, затем дает акцент полностью наперед. Это хорошая тактика, ребята, молодцы. Поздравляем. Очередной winner-winner chicken dinner для коллектива Архитектура. У нас мы только что наблюдатели на карте Мирамар. Да, на самом деле было очень жарко. И пока у нас есть небольшое количество времени, хотел бы напомнить про наших организаторов. Это Министерство по развитию информационных технологий в Узбекистане совместно с IT-парк, а также RevoTech и киберспортивная организация ArcRed, а также наши главные спонсоры — это Адреналин. Ребята, не пропускайте наш стрим, оставайтесь с нами, наливайте самые вкусные напитки, чаи, что вы хотите. Можете кушать и смотреть от нас одновременно, у вас очень много шансов, а мы попытаемся осветить для вас все остальные события, которые нас ждут именно в будущем. И сейчас, к сожалению, у нас Терри покидает нас. Да, к сожалению, дела, нужно ехать, но я желаю командам отличного выступления. Сейчас действительно самые интересные стадии по PUBG Mobile. Мне искренне жаль, что я это пропущу. Возможно, на повторах я обязательно это посмотрю. Ну почему? Ты можешь прям смотреть в прямом эфире. Да, я очень сильно постараюсь. Но если какие-либо... передать привет, может быть, хочешь кому-либо? Я просто бы хотел пожелать всем огромного здоровья, да, и чтобы с неимоверной радостью смотрели и болели за свои команды. Да, 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 само собой. И как говорил один из хороших ведущих, берегите себя и своих близких. Мы скоро вернемся.
Еще раз здравствуйте, наши дорогие друзья. Привет, привет всем, кто только что зашел. И мы продолжаем для всех, кто смотрел нас с самого начала. Сегодня, сейчас как раз-таки опять небольшая рокировочка. С вами на студии сидим мы, точнее я, Рустам Авдони и Кира Аркред. Привет, Кира, еще раз. И снова здравствуйте, ребята. В общем, у нас разыгрывается четвертая, последняя карта именно Викенди. А разве последняя карта у нас сегодня разыгрывается? По-моему, будет 5 карт, да. Ну, мы узнаем это еще после, конечно, этой ситуации. И сейчас у нас зимняя, холодная карта. Карта, да. Война зимняя у нас будет, холодная. Да, самая средняя карта, которая показывает примерно среднюю игру ребят. Ландшафты также имеются от Мирамара. Много домов от как раз-таки Санка. Хорошее именно расположение, а open field также имеется на этой карте. И сегодня, наверное, мы увидим как раз-таки такие жаркие перестрелки между ребятами, нашими коллективами, с которыми вы уже знакомы, да, само собой. И уже есть у нас лидеры, именно да. Лидирующие команды. А ты наблюдала весь конечно, матч? Конечно, наблюдала, да. И общалась с чатом. Кстати, хочу сказать то, что спасибо за мемы именно Чапи. Очень нравится, продолжайте в том же духе. Да, ребята действительно делают хорошие именно картинки с приколами для нашего комьюнити, где мы за как раз-таки кадрами смеемся прям очень-очень даже дико на самом деле. И у нас уже начинается карта Викенди. Средняя разлетка самолета, начиная с космодрома, заканчивая Winery. Такие у нас места, кстати, падают. Космодром, посмотрите... Завод именно цементный. Да, да. Цемент фактори. Вилла. Это, кстати, как и буткэмп на Сануке считается. Да, на самом деле. Горока и подвоза также имеется. На самом деле это... По-моему, если не ошибаюсь, первая карта Викенди для наших игроков. Никто еще не знает про расположение, про место десанта у ребят. И тем временем мы уже можем наблюдать то, что Форт Темпер, а также Тим Со уже летят в больше в северную часть. Недалеко от космодрома расположились. Архитектура занимает Winery, по всей видимости, да. Также Нова выпрыгивает в самые концы и, по всей видимости, будут лететь в сторону Мильнар. И куда же у нас упадет зона? Кому повезет больше? Да, посмотрим первый прок зоны. И знаешь, на Викенди очень часто бывает такое вот, такое вот. Очень часто бывает то, что первая зона показывает 50% воды. Я это только хотел сказать. И посмотрите, тут даже, по всей видимости, даже больше 50% воды сейчас находится. Что будут делать наши коллективы, я не знаю. Представьте просто, а если зона будет именно в воде? Ведь бывают да. Такие случаи. Как раз таки на Викенди. Такое бывает очень-очень часто на самом деле. Тем временем видим то, что Лапар Тим также находится в подвоз. И уже первый килл у нас был. Мы немножечко пропустили этот момент. Тем временем 11 и 12 команда. Это как раз Continental Gaming. И Фантастик у нас встречается на одном из части карты. И сейчас нормально лутается TPF. Также Насимов получает нок от коллектива Invisible. Также размен идет. Маэстро падает на коленки. Сразу же забирает Маэстро. Ребята из коллектива The Powerful. По всей видимости потеряли своего одного игрока, которого мы не успели заметить в начале, и сейчас дали размен по ребятам из коллектива The Powerful. Маэстро покидает нас и отправляется в лобби ждать следующий матч. Тем временем, да, это как раз таки во всей видимости проходит на подвоз, то файт именно тот самый. Ребята сейчас столкнутся в клоуз файте, и возможно мы потеряем одну такую команду. Да, возможно и не одну команду. Возможно нет. Да. Это только начало. Как раз-таки TPF, The Powerful, не теряет никого, находясь на вилле. И сейчас прямо рядышком с ними находятся ребята из коллектива Invisible, которые уже успели потерять одного из своих игрока Маэстро, как мы помним по килл-чату. Тем временем BMO у нас в опенфилде стоит. Хороший зажим от Сузика. Сразу же ребята прикрывают его. Но-но-но. На лоу хп Сэм остается. И сейчас забрали BMO. И отправили также в лобби. Ребята из коллектива Invisible находятся сейчас вдвоем против четверых. Нужно уходить, я так думаю, с виллы в этой ситуации. Тем временем, Соа у нас находится на северной части краски с ребятами из коллектива 4Temp. И, возможно, сейчас будет файт. Что-то знакомое именно место. Я помню прошлый турнир. По-моему, такие же именно и команды, именно фаворитные команды падали на этот отрезок карты именно. И
Был такой файт, как раз таки вытащил один человек, закрыв всех четверых. Тем временем по актеру идет прострел Сузика. Сейчас нужно дожимать. Сэм выпрыгивает и сразу же оставляет Ихтиора на лоха. Тут же поддерживает, ребята. Стрелок делает уже еще один очередной ног. Джек тем временем спрячется и остается один в один. Назимов против одного из прострел стрелка. Сейчас, ой, в этой ситуации ребята из коллектива Invisible не выживают, к сожалению. Но они показали, как они умеют играть, как хорошую они умеют прикрывать игру. Друг друга, и да. Они не добивали друг друга, посмотрите, ребята. Была ошибка именно в начале у ребят из коллектива Invisible, потому что они немножечко поспешили. У нас киллчат разрывается, Лармас де Виски встречается с ребятами из коллектива Danger Esports. Тем временем еще также Лапар встречается с ребятами из коллектива 22-й Squad. Что происходит на другом отрезке карты, мы не знаем. И шестая команда встречается с седьмой командой. Ну, немножечко они обходят седьмую команду. Лармас де Виски, Вазелин у нас на экранах сейчас, да. Недалеко от них находятся ребята из коллектива под номером 19, это Elite Warriors. Сейчас играет, по всей видимости, нет, вчетвером играет ребят. Лармас де Виски в два представителя сейчас находится. Три представителя сейчас находятся прямо вместе. А, нет, это полный. А, да, посмотрите, в килл-чате Тапок только что дает ног по одному из представителей. Лапартин тут же добивает его. Проблем покидает нас на карте Викенди. Да, это как раз таки подвозка, где ребята с коллективом Лапар и 22-й сквад встречаются. Возможно, сейчас по опенфилду накажут как раз таки Даврона, но нет, ребята из коллектива 22-й сквад заняли хорошие места. Посмотрите, именно крышу, а также очень-очень хорошие позиции именно в доме, где нет прострела. Сейчас Danger очень опасно находится на крыше, могут дать спрей из двух пушек и сразу же его убрать из этого плейста. Как раз таки Ешот уходит также на подкрепление к своему товарищу. Лапартин идет прострел. Хороший прострел как раз таки дается от Яшота. Нанес половину урона. И сейчас хотел, по всей видимости, вытащить хаешку, но не смог. Тем временем Лармас де Виски встречается с ребятами из коллектива Elite Warriors. Сразу же Учиха дает нокс. Тут же будет, наверное, добивание. Да, добили одного из представителей Elite Warriors. И тут же у нас встречается ребята из коллектива Герпес. Дает хороший нок. Также падает от... рук также второго Герпеса. Даврон, просто что вы делаете там? Почему вы не ушли из этой ситуации? Архитектура тем временем встречается с коллективом Нова и полностью перенокали всех. Возможно, даже остался один человек сейчас на ногах. У нас Лармас де Виски с 4 киллами находится у нас на экранах сейчас. Также килл-чат разрывается, где архитектура сейчас воевали именно с коллективом Нова сейчас. Переглядки идут между коллективом. Посмотрите, какая у него сковородка. Прикольная, кстати. Лапар дает ног по Тапку сейчас из 22-х и также отправляется в ног. Лапар покидает нас. И ребята из коллектива 22-й склад закрывает полностью. Ребята из коллектива Лапар, и они отправляются на 14-ю строчку на карте Викенди. Тем временем Фантастик получает ног от ребят из коллектива Elite Warriors. Также Лармас де Виски прикрывает и дает разменный ног для ребят из коллектива Лармас де Виски. Зона уже у нас начинает бить. Ребята очень далеко находятся от зоны. Лучше играть именно на зону, уезжать. For Temper у нас играет сегодня вдвоем. Именно на этой карте почему-то. Втроем. Да, извините, хотел сказать втроем. Кто next у нас лежит и контролит, собирает информацию про расположение игроков. И Хайпер у нас на экранах появляется. По-моему, это была ошибка, да. Как раз таки получает в спину прострелами. Сейчас к нему сразу же 2-3 призывителя заходят. Сразу же размениваются. Нет, не было никакого размена. И кто next также падает на коленки. Сразу же забирают Годзилла. Очень остался жаль. Один из коллектива 4Temp. И сейчас будет ротироваться в сторону зоны. И правильно делает в этой ситуации. Очень жаль, что так получилось. Да, да. Ребята не смогли показать себя в этой ситуации. Может быть, именно Викенди их не очень-то и любимая карта. Но зато у него есть транспорт, и он ротируется именно в зону. Экстази на пол хп встречается с ребятами из коллектива Фантастик. Сейчас также Лармас де Виски поджимает их с левой стороны. Но сейчас, возможно, будет прострел. Лармас де Виски уже имеют ног у оппонентов
целых два нокаута оппонентов, и сейчас Фантастик будет поднимать своих товарищей. Тем временем Озелин сейчас прикрывает своих товарищей, которые тоже будут перетягиваться поближе к ним. Сразу же добирает одного из представителей. Это Док нас покидает из коллектива Фантастик. Сразу же знает, где расположен еще один игрок. Прострел тут же идет. Ванока, и как раз таки один последний представитель прикрывает своего товарища, и Фантастик выходит прикрывать своих товарищей. Экстази остается один, сейчас полностью закрывает ребят. Нет, это не полностью, остался последний, это Колы, представитель из коллектива Фантастик, примерно знает, где расположен враг, потому что ребята давали хорошую инфу. Выходит в open field fight, и в этой локальной схватке побеждает ребята из коллектива Фантастик. Кола сейчас вытащил весь свой коллектив, зарабатывает 4 ПТС, но будут двигаться дальше сейчас уже один. Был такой затяжной в начале именно файт, но в конце все, ребята показали себя именно как они умеют играть. И сейчас... Ну, у 20-й команды было преимущество. Было, да, много немножечко. Да. Тактика не сработала, я бы так сказал. И сейчас видим то, что ребята из коллектива СОА ротируются в сторону зоны на водном транспорте. Но будет проблемно здесь именно. Может быть, может быть. Хотелось бы посмотреть еще и на карту, как расположены именно игроки. Да, кассеры сейчас нам покажут это все. Ребята двигаются в зону. Немножко проблемы с аптекой. Посмотрите, ребят. Вторая зона также шифтуется на половину воды в этой ситуации. Возможно, будет зона в воде. Не исключено, не исключено. Тем временем, The Powerful занимает ключевую позицию у нас на экранах. Также ТВП подходят для того, чтобы забрать эту позицию. Нова у них на пути. Также архитектура сейчас находится, по всей видимости, на более верхней части именно зоны. Происходит какой-то файт. Пики Блайндер встречается с кем-то из других коллективов. И на горизонте появляются ребята из коллектива под номером 11. Это Континенталь. Ого. Руиница тачка. Нет, не руиница. Ребята успели Шелби спасти. Шелби водитель. Да, да, Шелби водитель. Тот самый из острых козырьков как раз таки. Если вы смотрели этот сериал. Очень интересный, да, кстати. Ребята ротируются в зону, и пока что мы не знаем вообще, как проявит себя зона в этой ситуации, потому что на Викенде, именно в мобильной версии, очень часто бывает такое, то что зона сходится почти на воду, и суши это остается очень... Это было бы очень интересно. Да, да. Такой вот сегодняшний заканчивающий на решающий момент. На самом деле, моменте. Да, мне бы было тоже очень интересно, если бы зона зашлась на воду. Я бы не знал, как бы это комментировать, но хотел бы на это посмотреть, само собой. Тем временем, Nova 4Main у нас на экранах появляется. Последний представитель из коллектива Supernova играет на плейсмент и все правильно и делает. Здесь ничего такого нет, ребята, поэтому не пишите плохие комментарии, пожалуйста. Здесь уже он... Это киберспортивные стандарты. Именно, он имеет какую-то тактику, он остался совсем один. Ничего. Пока у нас есть небольшое количество времени, хотел бы напомнить про наших организаторов. Это Министерство по развитию информационных технологий в Узбекистане, а также IT-парк и Revotech совместно с... киберспортивной организации Arcred, и наш главный спонсор это Адреналин. Ребята, не пропускайте стрим, и тем временем видим то, что архитектура встречается с ребятами из коллектива 22-й склад, по всей видимости, сразу же закрыли их. Или это мне показалось, потому что в килл-чате было как раз-таки не нок, а сразу же убийство. Видно, у 13-й команды, у игрока какие-то проблемы с интернетом, просто посмотрите, он сидит в транспорте. И у нас показывают 5-ю команду, это архитектура. Забирает и 3 представителей, по всей видимости, из коллектива 22-й сквад. Тапок у нас остается последний представитель на ногах, и сейчас будет каким-либо образом выживать и выкручиваться из этой ситуации. Тем временем Elite Warriors как раз-таки заходят через Dino Park в сторону зоны. Файт идет между ребятами из коллектива Архитектура. И да, СОА также на ротациях находится очень далеко. Но надо уже двигаться, потому что зона уже начинает дамажить сильно-сильно. Да, на самом деле. Ребят, не шутите с зоной. Почему они стоят? Я вот этого вот не пойму. Шелби дает ног по Шоку из ребят из коллектива Континенталь. Что же они будут сейчас делать, именно Team SOA? Я думаю, ребята из коллектива Team SOA... Они хилятся. Вылетел сейчас интернет у Эзио, по всей видимости. Нет, нет.
А, ребята как раз-таки потеряли одного игрока, который, по всей видимости, уронил что-то из инвентаря, и он доставал именно оттуда, да. Да, ребята, все, уже ротируются. Мы видим то, что пополняет здоровье, все нормально. Они держатся вместе, желаю им удачи. Но, к сожалению, вот если будет один спрей по водному транспорту, да, это будет, будет очень плохо, потому что ребята умрут моментально. Да, да. Тем временем Пики Блайндер встречается, видит на горизонте ребята из коллектива Континентали. Шелби получает овердэмэдж и сразу же нокается от Фокси. Сейчас надо поднимать своего товарища в этой ситуации. RMX Kid прикрывает своего коллегу по цеху, так сказать, который сейчас находится в ноке, и нужно поднимать своего товарища. Но Шелби сам сделал ошибку, он просто стоял в открытую. Да, 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 немножечко не проследил. Тем временем RMX Kid также получает овердэмэдж и отходит на заднюю сторону именно дома, чтобы подхитить здоровье и уже принимать ребят, как раз таки, которые наступают. И посмотри, как расположились ребята из коллектива Континенталь. Хорошо держат дистанцию между друг другом, чтобы были прострелы со всех сторон. Тем временем зона их поджимает. Рамс хилится, лежит за бревном сейчас и... Наверное, сейчас будет коварная ошибка у ребят из коллектива Peaky Blinders, но нет, ну, желаю любой коллективу удачи, чтобы как раз таки они выбивались в финал. Тем временем Шелби у нас падает в ног от ребят из коллектива Континенталь. Рамс у нас на экранах появляется, крутит более левее. Фокс у нас по правому флангу вместе со своим товарищем Action сейчас за камнем прячется и наблюдает за ребятами, которые находятся в кемпах из коллектива Peaky Blinders. Сразу же нужно понимать своего товарища. Да, то, что они и делают сейчас. Все находятся за зоны. Уже третья зона закрывается, начнется четвертая зона, которая уже будет отнимать намного больше хитпоинтов у ребят. Не Peaky Blinders решаются на поздних таймингах, прям совсем чуть-чуть оставалось у ребят залететь именно в зону. Ну, это правильное решение. Хотелось бы посмотреть на шифт следующей зоны, как раз-таки сейчас четвертая зона закрывается, и у нас показывает третья зона закрывается и открывается как раз-таки четвертая зона. Они не знают то, что сейчас на хайграунде находятся ребята из коллектива Your Fatality, встречаются на ротациях и сейчас высаживают одного из представителей из Peaky Blinders. Сразу же тут же добивают, но ребят, остальные трое успели отъехать оттуда и сейчас будут пополнять здоровье и мстить своего товарища. Your Fatality тем временем зарабатывает один ПТС. RMX Kid у нас на экранах появляется вместе с Огородником и Шелби. Потеряли бэтбоя в этой ситуации. И сейчас как раз таки Огородник у нас на экранах появляется. Будет занимать кемп и ловить на ротациях или же на перебежках другие команды. Конечно, ребята допустили ошибку, когда ехали. Да, уверенно так ехали. Не собрали нужные информации и проехали. Да, ну, в принципе, там и невозможно было собрать без информацию. Без вариантов просто. Они должны были уже уезжать в зону, заезжать. Да. И у них был только один транспорт. Хотя бы что-то, чем ничего. Да, само собой, тем временем четвертая зона начала свое движение. По мини-карте видим то, что shift зоны был немножечко в нижнюю сторону. И у нас происходит небольшая заминочка. Секундочку, ребята. Монитор нас немножечко подвел, он сразу же выключился, и мы возвращаемся снова к вам освещать эти события. Peaky Blinders, Огородник у нас на экранах появляется, на горизонте виднеются все команды, которые вообще сейчас находятся в зоне. Continental Shock также получает нок от представителя Your Fatality, по всей видимости, да. Также ТВП Амир встречается с ребятами из коллектива Continental, из двух сторон ребята душат ребят из коллектива Continental сейчас. Архитектура также встречается с ребятами из коллектива Elite Warriors. Сейчас Gifted на экранах опрокидывает хаешку для ребят из коллектива Continental, но не туда. Я думал, будет немножечко выше. Фокси у нас вверху находится. Шок также умирает от рук Такаши. Рамс умирает от рук Амира из коллектива Team Wild Power. И зона вроде бы находится недалеко от них, и нужно уже выходить. Фокси остается на перехил, Action выходит вперед, Your Fatality также виднеется на горизонте вдвоем, которые остались Басота и Капсула. Да, как раз таки Такаши. Да, они полным составом. Басота, Гифта, Такаши и Капсул. Немножечко 11-й команде здесь не повезло. Они просто находятся в таком замесе.
Да-да-да, на самом деле Фокси падает на коленки от рук ребят из коллектива Your Fatality и полностью закрывается ребята из коллектива Continental. Ребята отправляются уже в дальнейшее. Да, на восьмую строчку на карте Ирангель и будут ждать следующие карты. Ничего страшного, у нас впереди есть еще один день, который как раз-таки будет уже решающий день. Да. Да, нужно собраться, собрать все свои силы, скиллы и уже двинуться вперед. Тем временем Соа уже на суше, шифт-зоны оцентровался и как раз-таки нам показал Милнар, маленький городок, который находится в самом южной части этой карты. И виден то, что архитектура уже забрала для себя самые жирные дома, но сейчас, возможно, шифт-зона может показать левый верхний угол для Peaky Blinders, где уже для Team Soa и The Powerful будет очень-очень даже некомфортно. Зона у нас, видите, немножечко сдвинулась, и уже воды совсем нету. Да, да, это хорошо для ребят, но хотелось бы, конечно же, увидеть зону на воде, но ничего было бы страшного. Очень интересно. У меня такое чувство, что у меня будет такая возможность именно на турнире увидеть прокнутые зоны на воду прям. Это было бы круто, на самом деле. Да, на самом деле, тем временем Fort Emperor закрывается от рук Тимура из коллектива Team Wild Power. 3 киллпоинта имеется у ребят уже, и сейчас... И сейчас вот мы видим... ТВП уже сделали для своей команды 3 киллпоинта. Да. Ребята держатся. Лифт падает на коленки. Также Такаши из коллектива Your Fatality тут же забирается. Такаши почти добрался. Да, Шелби помог в этой ситуации. А, Шелби просто застилил фраг, который сейчас был у Your Fatality. Ребята сделали нок для Your Fatality из коллектива, если не ошибаюсь, ТВП. А Шелби забрал просто в наглую килл, который... не принадлежал ему на самом деле. Выглядело очень весело. И видим то, что сейчас прострел через смог. Хороший. Капсула у нас умирает. И Your Fatality отправляется на шестую строчку на карте Викенти. И Шелби также выходит в Open Fit. Его замечает Скорпион из коллектива Архитектуры. Идет прострел на Лоха. Остается представитель. Будет сейчас уже дальше тапать. Скрутил шестерку до максимально дальнего для максимально дальней дистанции. Для того, чтобы был обзор, была информация какая-либо про расположение. И шифт-зон у нас отцентровался и ближе к ребятам из коллектива Архитектура. В этой ситуации Peaky Blinders будет очень-очень даже тяжело. Да, ТВП доза падает от рук ребят из коллектива The Powerful Beka. Также добивает дозу Насимов. Ответный нок дает для ребят из коллектива Peaky Blinders. Ребята из коллектива Архитектура. Они находятся очень хорошо, тем более на хайграунде, куда надо перебегать ребятам из коллектива Peaky Blinders. Как раз и летит АЕшка для Шелби. Но, по-моему, немножечко перелетело. Но дроп мы видим на горизонте. Также светится сейчас уже. Догорел полностью. И Тимур у нас умирает, точнее, нокается от ребят из коллектива ТФП. Извините. Архитектура сейчас у нас появляется на экранах и забирает двух представителей из коллектива Peaky Blinders. Шелби будет оставаться на перехил, по всей видимости, опрокидывается наперед хаешки для представителей из коллектива Peaky Blinders. Прострел, но нет, ничего пока что не происходит. То есть никакого дамаг Шелби не получает. Динозавр у нас на экранах контролит полностью, туннелит ребят из коллектива Peaky Blinders. И сейчас была ошибка, Шелби умирает за зоной, да, к сожалению. Сейчас в этой ситуации Джек у нас на экранах появляется из коллектива The Powerful. Заняли город. Хорошие именно кимпы, которые там находятся. И сейчас будут двигаться повыше, на занимать более хайграунд. Зона оцентровка снова. Как же хорошо. У нас нет команд, только ТВП. Амир у нас в зоне. Последний. Остался последний игрок. И 17-я команда, видимо, пытается найти его. Возможно, но сейчас будет очень плохо для Амира, если ребята из СО будут перетягиваться ближе к нему. Ну, у коллектива СО другие проблемы. Они видят, слышат на ротациях ребят из коллектива Архитектура, которые на ранних таймингах сразу же заняли позиции внутри зоны, понимая то, что там уже никого нету. Пока что никаких нокдаунов не было, мы не... в чате пока что это не замечали. Тулкунов у нас на экранах из коллектива Соу появляется. Уже два убийства. Два убийства это у ребят. Именно да. В начале заработанные. Да, да, да.
Они самые шах у нас. Она появляется у ребят из коллектива архитектура. 9 киллов, очень даже хорошо. И если займут winner chicken dinner, я, наверное, буду их фанатами. Не знаю, потому что ребята действительно играют очень агрессивно. По тактике настроены хорошо. Да, так. Да, уверенно, да. По киберспортивным стандартам, что самое главное, Сэм у нас появляется на экранах из коллектива The Powerful. И Скорпион, по всей видимости, получил небольшой дамаг от ребят из коллектива Соа. Если архитектура еще несколько раз займет первое место... Да хоть один раз. Давай сделаем бонки. Можно, как можно, но идея. Это нужно с ребятами также переговорить. И тем временем The Powerful получает нок от ребят из коллектива. А архитектура в этой ситуации сразу же ребята поднимают. Стэм опрокинул смок для своего товарища. И тут через... Краски дым нащупал одного из представителей коллектива Соа. Скорпион у нас на экранах сделал хороший ног через дым. И сейчас посмотрим за движением их в другую сторону. Назимов падает от хаешки. Очень хорошо архитектура дала хаешку для ребят из коллектива The Powerful. И сейчас будут уже идти в раш с двух сторон. Подходит. Посмотрите, Сэм также падает и умирает. И также на размен идет Дино. Но тут же ребята будут прикрывать. И Джек остается, возможно, будет забирать. Да, забрал как раз таки нокнутого одного из динозавра из коллектива архитектуры. И сейчас, ох, какие мувы он делает, молодец, эквалайзер показывает нам красивую игру в этой ситуации, двое против целого сквада, ребята смогли выжить в этой ситуации, тем временем Скорпион нам показывает змейку, также и Сикарио, и ребята из коллектива Сова, также Эзио падает на колени, и тут же был добит игроком Скорпион, который тоже нашел других представителей в смоке, точнее, перед раскрытием смоков он увидел одного и тут же сделал подтверждение килла. И видим то, что сейчас Со остается вдвоем против троих ребят из коллектива архитектура. А ТВП не дает знать о своем местоположении. Совсем, да. Один. Как раз заметил одного представителя, Сикарио падает. Как раз нокает Скорпиона. Сейчас за зоной остается, но не успеет захилиться. Нужно зайти. Нет, что он делает? Ой-ой-ой-ой-ой, и сейчас у нас архитектура покидает нас в этой схватке. Амир успел сделать ног как раз-таки последнего представителя архитектуры, который был на ногах, и они отправляются на третью строчку на карте Викенди. Сейчас будет как раз-таки один против одного. Да, да, как раз-таки Team So имеет два человека в коллективе, но один в ноке. Пока что Амир про это не знает, потому что ног дали ребята из коллектива архитектура. Тулкунов идет по правому флангу. Пытается закрутить он именно Амира. Да, да. И сейчас на клоус файтах. Посмотрите, как они держатся. Да, очень-очень даже хорошо. Наверное, будет сейчас... Будет ли поднятие товарища? Должно быть, потому что ребята находятся более-менее с его позиции. Но да. Это может сыграть им как ошибка. Злую шутку может сыграть. Но Амир не торопится. Ну, мы-то знаем, где Амир. Они не знают, да. Конечно же, если у них нет ВХ, как мы знаем. Да. Но мы всех проверяем, ребята. У нас щиты. У нас это очень строго с этим, именно с щитами. И с игрой на iPad. У нас сидят несколько наблюдателей за игрой, которые контролируют вот то, что вообще происходит во время игры. Нам кидают и не пропускают записи, да, именно ребят. Амир замечает Тулкунова сейчас на левой стороне экрана, мы видим, и может быть сейчас играется в клатч, один против двоих, и выходит Амир, но получает Сузика и умирает, к сожалению. Ну, второе место. Второе место тоже хорошо. Team Soul занимает первое место. Второе место Team Wild Power. И третье место это архитектура. Архитектура, да. Да, на самом деле ребята очень-очень даже хорошо сыграли. Показали себя на самом деле. Холодную войну такую. Да, да. Переглядки были. Поначалу, само собой, такое бывает. Но почему-то, заметила, в Викенди у нас прошло намного динамичнее даже, чем тот же Эрангель. То есть именно. Файты были с самого начала и были равномерные, они не останавливались. Были минутные паузы, но килл-чат снова у нас воспламенял каждый раз, когда архитектура сталкивался. Карта не такая большая, да? Она именно средняя. Возможно, и это сыграло. Больше Санка, да. Меньше Эрангеля. Да. Что-то среднее. Да, да.
На самом деле, да, пока у нас есть еще маленький отрезок времени, хотел бы напомнить про наших организаторов. Это MITC, которое расшифровывается как Министерство по развитию информационных технологий в Узбекистане, а также IT-парк совместно с RevoTech и киберспортивной организацией ArcRed. И наши главные спонсоры — это Адреналин. Ребята, оставайтесь с нами, не переключайтесь, наливайте самый вкусный чай или напиток. Мы вернемся через несколько минут. Это последняя карта. Мы да? не вернемся? Нет. А мы не вернемся Нет, уже? Нет, это последняя карта. Все. И завтра уже будет продолжение. Ребят, следите за нами. А, даже так? Да. Я не знал. Как-то эта информация обошла меня стороной. И да, ребят, либо прощайте до завтра, либо увидимся через несколько минут. Мы об этом еще разберемся. Ничего страшного.